эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 5 апреля 2017 года, среда, по одному из старинных 35-й день месяца пробуждения природы, 7525-го лета, понедельник. И начинаем мы живой эфир, который будет посвящен теме «Культура зодчества русов». Автор-сказитель Леонид Григорьевич Фиденко. Здравия, Леонид Григорьевич! Здравия, Алексей! Здравия, уважаемые радиослушатели! Нас еще видят не только радиослушатели, но и видят еще зрители канала YouTube. Потихонечку транслируем туда. Правда, сразу предупреждаю, из-за того, что не стыкуется по некоторым параметрам, пока еще не разобрались, почему не стыкуется трансляция живого эфира и тот параметр, который отвечает за вывод на YouTube, то там в YouTube некоторые искажения могут быть звука. Поэтому, если все-таки вас интересует звук, то включайте не ютубовский вариант, а именно тот, который у нас на радио. Трансляция прямая, там качество хорошее, чистенькое. Вот такое предупреждение. Еще одно тоже предупреждение, уведомление о том, что на сайте нашем в анонсе есть ссылка полностью на все иллюстрации, которые Леонид Григорьевич будет использовать в своем рассказе. Есть маленькие превьюшки, но они не подписаны, там просто так выведены картинки, все, квадратики. А есть ссылка сверху перед ними на полностью на всю базу, на всю галерею. И вот уже если в эту галерею войти, скопировать адрес ссылки и вставить в браузер, то в этом случае тогда там все номера проставлены и есть подписи. Так что можете пользоваться и так, как вам это больше нравится. Ну, для полноты ощущений, наверное, все-таки лучше в галерею войти, и все там будет более понятно. Итак, все объявления с моей стороны необходимо я сделал, так что предлагаю теперь сразу переходить к вопросу, к теме нашей сегодняшней культуры зодчества русов. Пожалуйста. Еще раз добрый вечер всем. Значит, тема такая, я считаю, очень интересная. Ну, я сейчас постарался, собрал побольше картинок. И мы посмотрим эти картинки, я прокомментирую их. И, значит, почему же, вот, так сказать, я эту тематику решил озвучить и побеседовать на эту тему со слушателями? Дело в том, что если говорить с точки зрения распространения информации о нашем прошлом, то где-то в конце, значит, 2015 года, в начале 2016 года промелькнула такая информация, что, значит, состоялся в одном из институтов исторических, значит, точно я не помню, состоялся доклад, где обсуждалось как раз вопросы архитектуры. И там, значит, авторы уже вышли вот с какой тематикой. Они сообщили в своем докладе о том, что вот рассмотрели господствующую точку зрения, которая существует в историографии, в археологии, о том, что, значит, как влияние Византии на формирование древнерусской церковной культуры. Это два автора, один из них Рачинский и Федоров, значит, они, значит, в своем докладе предложили для сравнения длинный ряд, то есть я просто читал это их статью, точнее не статью, а брошюра на основании этого доклада. И вот этот меня как бы этот доклад заинтересовал, и я думаю, вот процесс, как говорится, как говорил один товарищ известный, процесс пошел. То есть, рассмотрев вот этот типологический ряд архитектурных памятников русской
церковной средневековой архитектуры. И эти авторы, Рачинский и Федоров, они рассматривали в духе восточных традиций, индуистской и иранской. И, значит, рассмотрев, они показали, что есть сходство не только, значит, в отдельных деталях храмовой архитектуры, но и по целому комплексу архитектурных приемов. И в итоге они, значит, рассмотрели там различные архитектурные решения в храмостроительстве, там специфические названия, но я просто перечислю, чтобы знали. Есть там крещатые бочки, шатровый характер крыш храма, потом много глав на храмах, золочение куполов и так далее. Вот эту сферу они рассмотрели и сравнили, значит, сооружение, которое, так сказать, в традиции индуистской, иранской и, значит, древнеславянской. И, кроме того, они еще посмотрели на верхи храмов, то, что наверху. И в итоге сделали вывод, что существует культурная близость этих памятников. То есть люди, которые создавали, по их мнению, и имеют, так сказать, значит, творческую культурную близость. И они, кроме того, в этом докладе сказали еще о параллелях, которые существуют в этнографической культуре. То есть они рассмотрели с точки зрения языка, значит, и вот эта статья как бы меня заинтересовала, поскольку вот интерес культурологов и историков храмового зодчества средневековой Руси, если рассмотреть историю, то он возник, как говорится, совсем недавно, в середине XIX века, где-то 1850-е годы. Вот в этот период появились статьи. И если вы знаете, слышали о таком известном авторе, значит, Владимир Даль, да, который создал известный толковый словарь живого великорусского языка, вот, то как раз его сын уже в 1850 каком-то году, он как раз и заинтересовался этим вопросом, то есть архитектурой. Он как раз храмовое зодчество изучал и стал этот вопрос анализировать, одним из первых. А ведь известно, что в основе всех исследований по этому вопросу было раньше и сейчас существует представление о том, что все храмовое искусство, язык, архитектура, все это появляется на Руси после крещения великого князя Владимира в конце X века, 988 год. И все это происходит под влиянием византийской церковной культуры. А источником вот этих всех исследований русского средневекового храмового зодчества являются гравюры многих иностранных путешественников. Если вы слышали, наверное, Алиарий такой был, и другие, которые в XVI, чаще всего в XVII веке, значит, приезжали в Московию, и они, значит, после того, как они попутешествовали, делали зарисовки, рисунки свои, а затем публиковали книги на эту тему о своих путешествиях. И там уже по этим рисункам были сделаны гравюры. И вот это все является источниками для русского средневекового храмового зодчества и градостроительства. Вот это, в основном это анализируют. Но, к сожалению, как и в прошлом, так и сейчас, исследователи архитектуры, культурологи, историки, они не видят и стараются не замечать огромное количество фактов ведического прошлого русов и единой культуры на нашей планете. Вот в сегодняшней беседе я и постараюсь показать вам вот как раз то, что
существовала единая культура, ведическая культура на всей планете. И эта единая культура в плане зодческом, а зодчество – это по-русски и есть, как Даль определяет зодчество, это наука и искусство создать здания, строить, а по-гречески – архитектура. Ну, поскольку мы-то все живем в древнегреческом и латинском языке, поэтому, а сейчас превалируют еще и английские слова, забивают русский язык, и тем самым разрушается образность русского языка. И возникают проблемы. И проблемы большие причем. Вот. И вот когда я стал, ну, задумался, что надо бы этот вопрос, так сказать, проговорить, сделать такую беседу, ну, надо же что-то интересное, какую-то дать зацепочку, да, чтобы слушателей заинтересовать. И вот я стал, посмотрел старые журналы, где-то почти 20-летней давности, мне попалась одна статья. Вот, значит, статья эта итальянского автора, женщина, она, значит, пишет о строительстве кафедрального собора. Вот если я сейчас прошу всех открыть, сейчас скажу первый рисунок, да? Пока, Лен Григорьевич, пока вы ищете рисунок, я просто объясню на будущее. Те, да, кто желает каким-то образом рисунки, иллюстрации выставлять, то нумеровать их надо в следующем порядке. Не просто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, например, до 100, а ставить сначала 0, 0, 1, 0, 0, 2 и так далее, чтобы, когда доходит до десятков, то 0, 10, 0, 11, ну и так далее. Тогда компьютер, поскольку он, ну, несколько туповат, он не понимает, что, как надо нам все это делать, он упорядочит в том порядке, который нам нужно от единицы до 100. Вот на будущее сразу предупреждаю всех, кто хочет иллюстрации вставлять на сайтах и так далее. Да, вот Алексей правильно сказал, что я тут сделал, не учел, это забыл совсем, что компьютер по-иному выкладывает картинки, нумерацию устраивает. Поэтому я-то, у меня есть еще нумерация нормальная, и я буду вас просить открывать те номера, значит, фотографии, которые у меня идут по порядку. Так вот, пожалуйста, сначала откройте четвертый, пятый, шестой рисунок. Вот это, значит, как раз Флоренция. И здесь, значит, как с точки зрения историков, был во Флоренции, значит, стали воздвигать в конце 13 века старый кафедральный, новый кафедральный собор. Ну, вот в истории существует стандартная ситуация. Хоть, значит, зарубежная история, хоть русская история. Вот у них, грубо говоря, стандартный такой алгоритм. То есть когда-то на этом месте, где они пытаются возводить какой-то собор или церковь, или еще что-то, какое-то сооружение, обязательно когда-то был то ли деревянное, то ли старое сооружение, которое, естественно, обветшало, там и обрушаться стало и так далее. И вот после этого они начинают на этом месте якобы создавать новое. Это вот таким методом фальсификации пользуются современные историки. И сейчас вы поймете, почему эта фальсификация такова. То есть вот, значит, они пишут, что на месте вот нового строительства нового собора флорентийского был когда-то кафедральный собор Санта Репарата. Санта – святая, значит, святая Репарата. И вот рисунок четвертый – это как раз фотография. Это общий вид. Значит, видите, сам собор большой, огромный купол. И, значит, с левой стороны
если так можно выразиться, вы видите высокую эту колокольню и фасад этого собора, а перед ним такое многогранное низкое здание, это называется баптистерий. Ну, я там был, видел это все и заходил внутрь, и фотографировал, но, к сожалению, много фотографий я не могу показать, потому что это мы с вами не расстанемся до утра, и поэтому то, что я подобрал минимально, то и будем смотреть. Баптистерий, дальше судя по всему, это там, где крещение проходит, да? Баптисты? Да, совершенно верно. Баптистерий – это помещение, где у них происходит крещение. И вот пятый рисунок, это вот я сделал фотографию, вот так выглядит этот купол. Купол вообще большой, по-моему, он где-то 45 метров. И вообще считается, что, значит, это, значит, купол – чудо европейской архитектуры. И за последние, как пишут, значит, историки, за последние 600 лет это самый огромный кирпичный купол в мире. По оценкам их историков, на строительство ушло, там они приводят цифры, 4 миллиона кирпичей, 36 тысяч тонн весили эти кирпичи. Но самое интересное, что все купола в Европе начинают строить где-то в 15 веке. Это не я придумал, это такая наблюдается тенденция, если можно так сказать, в истории. И проблема в данном случае, значит, была, как этот купол построить. То есть очень долгое время существовало здание. Ну, считается официально, что 1200 где-то в 89 году начали строить строительство собора на месте древней церкви Санта Репарата, которая якобы там находилась в 4-5 веке. И вот в 1289 году начали, и только в 1380, то есть 100 лет, наконец, возвели стены. Это так нам сообщают историки. Но тут проблемы возникли. Как строить этот купол? И вот 40 лет перерыв, как нам объясняют, долго думали. Потом, значит, появился такой, так сказать, ну, его нельзя назвать, он и проходит в истории как инженер, как архитектор, и Брунеллески его фамилия, итальянец. Пройдоха такой. И вот он появился, и та статья историческая, о которой я говорил в журнале, я ее так коротко вам сейчас перескажу, не буду все пересказывать. Суть состоит в том, чтобы этому Брунеллески нужно было разработать различного рода механизмы для того, чтобы, ну, типа кранов, еще каких-то сооружений, ограждений, для того, чтобы безопасно возводить этот купол. Потому что там был, когда начали его строить, погиб один якобы человек. Ну и дальше идет сплошная, как у нас говорят, бодяга между отцами города по выбиванию, как бы сейчас говорили, денег, да, на строительство. В итоге, значит, историки сообщают, что собор был освящен в 1436 году, но фасад не достроен. А в интерьерах было очень пустынно, то есть ничего не было. То есть надо было еще расписать и так далее, ничего этого не было. И это, кстати, отметил, значит, наш стольник в 17 веке, который там был, Петр Толстой. У него, кстати, написал, значит, поехал он в Европу где-то в 1689 году, что ли. И вот как раз он посетил этот собор и написал свое, так сказать, мнение по этому поводу, о чем и говорят историки. Так вот, как дальше идут сплошные эмоции, что вот какой великий Брунеллески, что он нашел, значит, решения инженерные, создал эти механизмы, делал макеты.
этому делу подключился великий Леонардо да Винчи. И в итоге, я сокращаю, так сказать, эту историю, значит, были созданы механизмы с помощью зубчатой передачи для подъема и спуска тяжестей. И уже не приходилось использовать животных, которые вращали лебедку для изменения направления и тому подобные вещи. То есть решение было чисто техническое по созданию, грубо говоря, подъемных кранов, типа таких устройств, типа подъемного крана, которые, на котором бы могли находиться, значит, мастера и выкладывать этот купол. При этом наверх надо было еще поместить навершие. И это тоже была проблема. Хотя это навершие весило, по-моему, ну, где-то тонну, что ли. А теперь, пожалуйста, откройте первый рисунок, второй и третий. Это индусский храм. Вот. Дело в том, что на территории на юго-востоке Индии есть штат такой Тамилнад, и там находится город. Называется он Танджур или Танджур. А если мы по-русски прочитаем его, ведь там же об этом мы еще поговорим. В предыдущих передачах я говорил о том, что индусам приходили наши русы, наши предки, в ходе двух, значит, походов и передали знания и веды. И есть там язык такой, санскрит, который мертвый. И оттуда вышли все индоевропейские народы, индоевропейские языки, как считают историки. Так вот, если с точки зрения, что этот язык был старый русский язык, санскрит, то можно совершенно легко прочитать слово «Танджавур». Там жил Ур. Вот если сказать «там жил Ур», ну, для индусов это трудно. Вот у них получается «Танджавур». И вот в этом, значит, храме. Дальше уже идет, значит, по поводу храма, можно вот что еще сказать, что дальше ведь как у индусов, как и у нас, история переписана. И, соответственно, уже привязки даны совершенно к другим срокам. Ну вот считается, что вот этот храм, значит, в городе Танджавур, он был, значит, построен с, значит, царем Раджа-Раджа, что в переводе, опять же, с санскритом «король королей». И это где-то строилось порядка 100 с небольшим лет. Ну, почти 200. Да, я ошибся. Почти 200 лет. И вот этот Раджа-Раджа, король королей, стал затем основателем новой могущественной династии Чола. И вот столицей потом этой провинции стал как раз Танджавур. И вот зримым могуществом этого Раджа-Раджа стал как раз вот этот, как пишут уже индийские историки, воздвигнутый по его указу храм, который вы видите на первом-втором рисунке. Храм называется Брихадешвара. Это вообще самый большой и величественный храм в Индии. И его строительство было закончено, как пишут историки, якобы к 1010 году нашей эры. Так вот, если вы посмотрите на первый и на третий рисунок, на самом верху там навершие. И это самый крупный блок. Длина его где-то почти 8 метров, а вес его 80 тонн. Только что мы, сейчас я вам говорил о том, что в Италии проблемы 1,5 тонны на навершие поставить, да еще проблема, чтобы организовать работу с помощью кранов и других механизмов
для каменщиков, чтобы из кирпича выкладывать. А тут вот такие сооружения. И что нам сообщают? Территория всего храмового комплекса Брихандешвара имеет форму прямоугольника, окружена двойными стенами. То есть Ур, видите, какую защиту сделал, чтобы туда никто не заходил. Внутри вымощенный каменными плитами просторный двор, 152 метра на 76, и несколько храмов построек. Все постройки возведены из огромных гранитных блоков. И частично только из кирпича. Ну, из кирпича, я думаю, это уже не возводили, это уже реставрировали последующие, значит, индусы. Но самое интересное, все возведены из огромных гранитных блоков. И любопытно, что ближайшие каменоломни расположены в нескольких километрах от храма. А сама доставка глыб к месту строительства была для древних строителей грандиозной задачей. Ну, видите, как замечательно. Блоки многотонные таскать. Как таскать? Ну, слоны, конечно, помогали. Наверх 80-тонный блок, навершие, круглый такой, видите, формы там оно, взгромоздить надобно. И... Ну, догадайтесь, с трех попыток. Как решалась задача? Ну, я думаю, вы догадались. Строилась 8-километровая насыпь из песка. Ну, и слоны, и бедняги, но они все сильные, затащили наверх этот 80-тонный блок. Ну, а потом, видимо, индусы набежали. Их сейчас 1,5 миллиона. Ну, тогда было поменьше. Ну, наверное, все-таки много было с избытком. И быстренько-быстренько они лопатами, носилками эту насыпь обратно куда-то разнесли. Вот такие технологии. Так что вот то, что я сейчас вам рассказал, в Европе и в Азии вот такое представление, как строили подобные храмы. А теперь, пожалуйста, откройте рисунок 7. Это... Я фотографию сделал. Это, значит, храм называется Пантеон. И 8 рисунок – это крыша Пантеона. А внутри крыши на 10 рисунке, если вы откроете, видите, огромное отверстие. Я там был в этом храме. Оно порядка 8 или 9 метров в диаметре, точно не помню. И сделали этот храм этруски, то есть русы. А крыша сделана из бетона. И как сделана крыша, современные инженеры, архитекторы, итальянские и все остальные мировые, так или не знали. Все версии, которые они там думали и предлагали, совершенно не оправдались. И где-то в 20 веке, точно я не помню сейчас дату, в интернете, кто интересуется этим, найдите. Есть очень замечательный материал по поводу этого пантеона. И там все это очень великолепно расписано. И с фотографиями и объяснено. Так вот, когда делали реставрацию, то ни одна из версий современных инженеров, архитекторов и ученых не подтвердилась. Продвинутые этруски, русы, такое смастерили, что современная наука не может, и архитектура не может разобраться. Вот такие были глупые наши предки. А вот на рисунке 9 – это колонны этого пантеона. А вообще этот пантеон, если почитаете вот то, что я вам сказал в интернете, вообще перестраивался, как обычно, несколько раз. А с моей точки зрения, ну, фальсификаторы постоянно лгут. То есть, когда были потеряны, и этрусков, этруски ведь существовали,
пришли, значит, в Этрурию, это Рим и ближайшая область, они 1000 лет правили там. И понастроили там, чего только не понастроили, подземную клоаку, то есть, где, значит, все сточные воды проходят, которая до сих пор работает, и, значит, Рим пользуется этими подземными сооружениями канализационными. И вот там такие вот, значит, великолепные колонны огромные, тоже с зубилыми молотками, видимо, делали. И ну, вот примерно, это... примерно такие же колонны, сейчас вспоминаю, вот если в Египет поехать, вот по храмам водят, такие же колонны стоят, похоже, по объему похоже. По объему, совершенно верно, в да. Карнаке, я вот был в Карнаке. Да-да-да. Да-да, понимаю, такие огромные, да, и вес, а понимаете, там же вес-то, это же сумасшедший вес. Так и сумасшедшему человеку, дураку, ну что, зубило, да, и пускай долбит всю жизнь. Ну и считают, что, значит, 1000 человек нагонят, и они тут же это все обработают и сделают. А вот, значит, 10-й рисунок, посмотрите, да, это вот купол Пантеона, я тоже фотографии сделал. У меня еще есть там фотографии внутреннего строения, ну, очень много. У нас сегодня фотографии, поэтому я минимизировал эту ситуацию. Так вот, видите, купол они делали так. Становились на плечи друг к другу, как вот акробаты становятся. Держали какую-то такую пластиночку, дощечку. Там, и сверху кто-то бетонным лопатой накидывал. Вот потом застывало, они переходили вместе. Так что все просто решается. Дуракам-то чего, господи, боже мой. Да. И вот, видите, здесь отверстие. То есть это был ведический храм. Для чего отверстие? Для того, чтобы выходил дым. Потому что в этом огромном зале, огромном куполе, там был священный огонь. То, что у нас сейчас мы видим в наших городах после Великой Отечественной войны, открыли вечный огонь, да, который горит. Вот и так в храме, это был ведический храм, и там горел огонь. И для этого и сделано отверстие. Мало того, там сделана дренажная система, что этрусские сделали, для того, чтобы во время, когда шли дожди, вот это все влага, которая в открытый купол, в эту дыру проливалась, она уходит спокойно. Там никогда даже дождь идет, там никаких проблем нет. Вот я там как раз был в дождливый, значит, день, и там было все нормально, экскурсия. А теперь откройте, пожалуйста, 11-й рисунок. Видите, точно такой же купол. Это церковь Авазан. И находится она в Армении. Я нашел такой. И видите, то же самое. Считается, что это церковь. Что считается, что армяне, значит, приняли христианство раньше всех. Что армянская цивилизация древнейшая, чем даже русская цивилизация. А там ведический храм. И такая же дырка. И тоже пишут, что там до того был ведический храм уже. И потом только стала церковь. И вот в предыдущих передачах я уже говорил на эту тему, что все сооружения, которые находились значит, в Асии, в нынешней Европе и Азии, были ведическими. И вот сейчас мы как раз с вами и посмотрим. Я укажу подтверждение на многих рисунках, подтверждение моих слов. Но прежде давайте вернемся к тому, к началу нашей передачи. То есть название «Культура. Зодчество русов». Само слово «культура». Я вот не поленился, залез в словарь Даля. И что там написано? «Культура». От французского слова произошла, нам сообщает Даль. Это обработка и уход, возделывание. Это одна часть. Второе толкование – это образование умственное и нравственное. Так это об этом говорит Владимир Даль.
А теперь, если мы так, значит, посмотрим, что современные словари и энциклопедии говорят по этому поводу. Культура тоже происходит от французского, но по-французски, нам же дали говорить, что мы переняли у французов, по-французски культура звучит «la culture». Я так грассирую плохо, но они «р» не выговаривают. Ну вот видите, «la culture», оно как-то с культурой ну не очень. А по-русски можно разбивается слово «культура» на два – «культ» и «ура» или «ура». Культ, что такое культ, это в словарях можно найти. Это происходит якобы от, значит, латыни и, значит, переводится как культ поклонения, почитания, выражающийся в обрядах. И это связывается с религией. А вот по поводу «ура» ничего как раз нету, только есть в русском языке. И «ура» – это крик восторженного одобрения, радости и привета, общего поощрения. И похожее слово на «ура» – «уран», воинский крик – есть у башкир, киргизов, татар, которые немножко различаются там в зависимости от племен. И поэтому якобы вот у этих ребят, значит, башкир, киргизов, татар и других племен русы и взяли слово «ура». И вот поэтому наши воины и ходят в атаку с криком «ура». Красивая версия, очень красивая. Да, очень красивая версия. А реально культура – это культ «ура». Я недаром написал на, значит, в слове «у» с большой буквы. То есть, кто же такие «уры»? Вот когда происходили, значит, 40 тысяч лет назад и позже переселенцы переселялись на нашу землю, они проходили через звездные врата, мы говорили уже на предыдущих передачах. И, значит, среди этих переселенцев была относительно небольшая группа высокоразвитых гуманоидных существ, которые были очень близки современному человеку. И они образовывали своеобразную касту, а остальные переселенцы называли их уры. Так вот, ур – это уры – представители планеты Урай. И в Ведах говорится про такую, о такой планете. А ур объясняется, что это обжитая благодатная территория. Так вот, уры, которые образовывали эту касту, они как раз обладали огромными возможностями, которые для большинства людей, простых, скажем так, которые не принадлежали к этой касте, ну, они обладали такими возможностями, лежавшими за гранью воображения этих людей. Вот уйлы, они и стали учителями и наставниками всех остальных. Ну, первое время они изначально помогали, защищали поселения простых людей, потом, значит, обучали, давали изначальные технологии. А, значит, после катастрофы, которая произошла 13 тысяч лет назад, тем более это все было востребовано. И вот эти знания, которые давались, и технологии восстанавливались. Потому что на предыдущих передачах мы говорили, что 100 тысяч лет назад находятся такие факты, артефакты, которые говорят о высочайшем, недостижимом для современной цивилизации уровне развития. Но после катастрофы 13 тысяч лет назад произошло, мы уже говорили тоже, люди впали в дикость, и вот уры как раз и помогали восстанавливать и осваивать изначальные технологии, передавали необходимые знания. И, мало того, давали знания, которые понадобятся через тысячелетия. Они их зашифровали,
и передали на сохранение волхвам, жрецам, хранители, волхвы-хранители, которые в нужное время должны будут передать сохраненное здание. А их задача, значит, пронести через тысячелетия. Вот одним из таких документов о прошлом русов были наши веды, которые мы тоже обсуждали. И вот для этой цели, чтобы сохранить вот эти знания, уры передали волхвам-хранителям два рунических алфавита. Причем этими алфавитами пользуются волхвы разного уровня посвящения. И в ведах опять об этом же говорится. Это дарийские и харийские письмена. Так вот, память об учителях урах как раз осталась в слове культура, о чем я сейчас и говорил. И это означает систему моральных и духовных представлений, которые передавали уры своим подопечным, русам. И после того, когда вот настала ночь Сварога очередная, значит, по законам, значит, существующим в космосе, уры должны были покинуть планету, потому что иначе бы началась очередная, темные начали бы очередную звездную войну. И вот эта функция уров легла на русов. И вот только что мы с вами обсудили как раз эти два артефакта в ходе строительства. То есть уже русы – это русские, и, значит, которые построили вот эти два, и русы, которые в Индию пришли, значит, передали другим народам эти знания и построили эти сооружения. Так вот, остались ли какие-то свидетельства по поводу уров? Вот наличие вот этих двух каст у древних славян, оно проявилось в именах, которые нам давали вот соседи, с которыми мы живем. И вот, например, и сейчас среди большинства азиатских соседей они называли, и раньше, и сейчас называют многие жители Славяно-Арийской империи, ур русами. То есть объединяли в этом названии эти две касты, соединяли в самоназвании в одно целое. И многие так по-старому называют. Я помню, я когда начал, еще в детстве читал книжку Пржевальского, и у него там был, помните, этот помощник, да, он урус его называл. Вот это так и осталось. А реально какие-нибудь еще факты остались? Вот я предлагаю, что вам посмотреть 12-ю фотографию, 13-ю, 14-ю и 15-ю. Видите, 12-я фотография. Вот как раз уры были высокого роста. И вот это как раз, видите, скульптор великолепно отобразил. Это 12-я фотография. Это скульптура в этом... в одном из музеев, по-моему, Бурдур называется, в Турции. Это тоже вторая, видите, скульптура похожая, только там, значит, рус, нижнюю часть отломали. И 14-е, это, видите, здесь богиня пишут, тоже из уров, а внизу у ее ног грифон. А грифон – это, если вы интересовались, значит, и, по-моему, мы говорили, я говорил на предыдущих встречах, что грифон – это один из символов, который был в Великой Тартарии. И 15-й рисунок – это тоже богиня плодородия. Тоже есть еще и в Ватикане, я видел. Это же скульптура. У меня есть фотографии, я их просто не привел. Значит, и еще есть свидетельство. В Индии, в той же, откройте, пожалуйста, 16-й рисунок, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й. 16-й по 20-й. Вот это
фотографии так называемых пещер Риши. 16-й, 17-й. Посмотрите, какая работа. А это же не известняк и не глина. 17-й, 18-й, 17-й, 18-й рисунок. Видите, сбоку полированы все стены, обработаны великолепно. И сбоку, видите, на санскрите надпись. То есть по-русски надпись. 19-й то же самое. И здесь тоже есть надпись на санскрите, только она перед входом в левом верхнем углу, можно ее наблюдать. И видите, остались, значит, внизу и вверху есть отверстия. То есть, видимо, и были еще и двери, которые закрывались. И 20-й рисунок – это вход. Видите, тоже какой идеальный, как будто в глине. А вообще, есть еще фотографии, но я ее не привел. Эти пещеры, так называемые риши, они в таком вот сделаны, видите, в каменной гряде. И посмотрите, какие там огромные булыжнички лежат сверху. И она очень по длине продолжительная. Так вот, по поводу риши. Когда в ходе первого дравидского похода в Индию, известно, что туда пошли, значит, русы, и среди них были как раз, значит, у индусов, и говорят, великие учителя, их называют риши. Вот это и были уры. Вот они-то и создавали вот эти, так сказать, пещеры, как они их называют. Неплохие пещеры, правда? По поводу пещер тоже можете почитать в интернете. Там люди, которые там бывали, и значит, есть заметки, пишут, там наблюдаются очень интересные вещи в этих пещерах, акустические эффекты и прочее-прочее. Теперь откройте, пожалуйста, 21-й рисунок. Это тоже, значит, видите, индуистские храмы. Видите, какие сооружения. Тоже, видимо, ножом и зубилым молотком индусы. Нам же осталось... Нет, это булыжником выбивали. Здесь уже булыжником, здесь, да. Вот просто булыжник. Там же осталось, булыжник, что-то все индусы делали, понимаете? А теперь 21-й рисунок. Посмотрите, шедевр народного дизайна. Так автор подписал, я в интернете нашел. Это такое, это взял картиночку. Дом в деревне по дороге из Лебедяни в Елец, Липецкая область. О, какая генетическая память-то у наших русов. И в Индии, небось, товарищ не был, да? А подобные вещи пытался, как на рисунке 21-м, нарезал из камня, да? Или из дерева. Вот интересная аналогия, правда? И теперь 22-й рисунок откройте. Это фотография, это я привожу в своей книге эту фотографию, это вот как раз тоже одна из фотографий храма, который характеризует, описывает как раз поход. Вот если мы внимательно посмотрим, то внизу, если вы увеличите, то увидите, вот это здание как бы базируется на, в основе вот эти драконы. Драконы Миранави. Ведь наши предки пришли к древним дравидам, чтобы они перестали приносить кровавые жертвы своей богине Черной Матери Калима и поклоняться драконам из мира Нави. И вот здесь и видите, как раз скульптор, который делал эту композицию, он и отразил, что, видите, Ур и его жена, если увеличите, то интересное выражение лиц, очень сосредоточенное и одного, и второго. И второй.
он делает какую-то процедуру. То есть в руке, в одной руке он держит за голову этого дравида или нага, а в правой руке у него, видите, типа змеи, то есть образ передается такой, что он как бы освобождает вот как раз этого нага от влияния вот этих, значит, драконов и змеев из мира Нави. То есть таким образом, образно, видите, художник-скульптор передал и эту композицию. А здесь по сторонам, видите, небольшие барельефы. Тут с правой стороны видно, что вот идет крестьянин, видимо, или кто-то там, а рядом корова, а еще корова дальше, чуть выше. То есть священное животное в Индии. То есть что такое корова? Пришли, привели коров, не было у индусов коров. А что корова дает? Молоко, масло, сметану и так далее. Очень им это все хозяйство понравилось, поэтому они сделали священным животным. А с левой стороны, посмотрите, две танцующих женщины и мужчина, трудно, по-моему, женщина и мужчина в позах. То есть, опять же, показывается, как через танец входили, видимо, в состояние, были храмовые танцовщицы, да, и вот они входили в состояние, а в то время там как раз был матриархат, и жрицы храмов, они и властвовали, значит, в древней Дравидии. Вот так это то, что я увидел на этой фотографии, которую я нашел в интернете. И база, видите, тут же он показал базис, что вот внизу, если вы увеличите, это как раз там физиономии драконов из мира Нави. Вот на них вся эта, так сказать, композиция и стоит. А теперь 23-й, пожалуйста, рисунок откройте. Значит, вот здесь, с моей точки зрения, автор, художник изобразил как раз, то ли, видимо, второй дравидский поход, когда пришли, победили уже и остались. И вот здесь, видите, на первом сидит, значит, наездник на коне, на лошади. А, значит, внизу борьба идет, слона убивают. А вот следующие наездники, значит, сидят на драконах, один и второй. А между ними, если вы еще увеличите, тоже еще маленький наездник на лошади. То есть вот таким образом тоже художник показывает, как был, что были сражения, значит, воевали с войсками вот этих, значит, жриц, которые управляли. И вот, опять же, видите, кто в базисе сидит. Если там увеличить, то можно посмотреть. То есть эти драконы, они, на них сидят эти жрицы. Тут трудно различить, мужчина или женщина. Но они, видите, сидят на драконах. И вот так символически художник и показал, что... Причем можно различить. Вот внизу видно, что там именно славяно-арии, потому что бородатые, усатые, в шлемах со щитами. И вот борются как раз с драконами. То есть вот таким образом, видите, в этих храмах и художники и передали, и оставили, запечатлели события не только на бумаге, но и в скульптуре, и архитектуре храмов. И такие же драконы мира Нави во многих других храмах существуют. Если вы в интернете пороетесь, найдете. И там тоже показаны отражения. Значит, чуть позже я еще вам покажу фотографию, она там дальше. Вот. Ну, может быть, давайте сделаем небольшую паузу.
мне тут, потому что фотографии не по порядку, мне надо на двух мониторах разобраться. Угу. Ну что ж, раз нужна музыкальная пауза, давайте будем делать музыкальную паузу. Говорим про Русь, тогда, наверное, будем слушать что-нибудь связанное с Русью. Екатерина Осипова, «Ратушная», «Русь», запись 2016 года. Вы слушаете «Народное славянское радио». Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 5 апреля 2017 года среда, по одному из старинных 35-й день месяца пробуждения природы 7525-го лета, понедельник. Культура, зодчество русов – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Леонид Григорьевич Фиденко. Пожалуйста. Продолжаем рассматривать интереснейшие картинки и комментировать их. Да, продолжим наши комментарии. Значит, пожалуйста, откройте 25-й рисунок, 26-й, 27-й, 28-й. Короче, с 25-го, мы будем сейчас смотреть рисунки с 25-го по 45-й, а я их буду комментировать. Вот 25-й рисунок. То есть я закончил до перерыва о том, что были два дровицких похода, и вот мы сейчас наблюдаем свидетельство, материальное свидетельство того, что эти походы были. Вот 26-й рисунок, это как раз, видите, значит, двое мужчин, две женщины. Ну, чисто индусы. На 25-м две пары, на 26-м уже только одна пара. На 25-м. На 25-м, я сейчас говорю, 25-м, две пары, да? На 26-м это я просто увеличил одну пару, правую, двоих, да? Видите? Видите, какие лица? Ну, что, конкретно индусы вообще, да, что, не придерешься? Видите, какие лица? Ну, смотрите, у всех деформированы носы. То есть нам объясняют, что это вандализм. Ну, я так думаю, что специальный вандализм, понимаете? И этот вандализм вы увидите и дальше на других артефактах. Чтобы скрыть. Теперь 27-й рисунок. Опять же. Причем, Леонид Григорьевич, надо обратить внимание, что таким же образом деформированы носы и в пресловутом Египте. Там тоже все это совершенно поломано. Совершенно верно. Это не одинаково. Манера, принцип уродства одинаковые. Это один и тот же механизм, как они скрывают информацию, понимаете? Это вот 27-й рисунок. Видите, индусы, индуистка, да? 28-й рисунок. Ну, я просто этим рисунком восхищаюсь. Такая красивая женщина. И в кокошнике. И дальше пойдут в кокошниках. 29-й рисунок. Видите, мужчина и женщина. Мужчина, видно, что он с мечом, да? Женщина рядышком. 30-й рисунок, опять же, нос, видите, сломан. Кокошник, русский кокошник. 31-й, великолепное русское лицо, и опять же кокошник. И на кокошнике, видите, узор такой же. 32-й рисунок, опять же, видите, какая красивая женщина. Этих все женщин, это я сейчас вам показываю фотографии, еще 33-й рисунок, тоже, видите, женщина в кокошнике. И 34-й. Ну, улыбка такая уже натянутая, и глаза все-таки не совсем наши. Ну, дело в том, здесь, что... здесь уже о вкусах и красоте можно поспорить. Тут уже два варианта. Я думаю, что все-таки здесь уже, когда делались эти храмы, то вполне возможно уже это вообще-то из Ангкор-Вата, из, опять же, той же Дравиди. Это Камбоджа, которая сейчас называется. А в предыдущей передаче, помните, мы говорили на тему, что я показывал город, область Байда на севере, да, и такой же город Байда на юге.
Вот недалеко от этого Байда, города на юге, как раз и находится Ангкор-Ват, вот этот храмовый комплекс. Значит, о храмовом комплексе мы еще чуть позже поговорим. Пока мы вот смотрим на лица. Да? Так вот, по поводу улыбок и глаз, я думаю, это уже здесь, так сказать, вложили свою лепту художники местные. То есть с местных лепили, да, рисовали? Да, они как бы и своих уже, то есть там вот есть полные губы, да, например, рисунок 29-й, губы 30-й, заметьте, да, и, ну, это уже 34-й рисунок особенно, здесь четко видно, да? Ну да, здесь прям негроидная раса такая, но кокошнички, да. сохранили. Да, то и дело. И вот это все в Дравиде фактически, потому что вся Дравиды и Наги, они как раз занимали всю эту территорию вот этого полуострова, который называется сейчас Индостан. А сам-то Индостан, вообще-то, если вы посмотрите на картах, он располагался совершенно в другом месте. То есть войска стояли не там, где сейчас пишут полуостров Индостан, а войска стояли, скажем так, выше, то есть, ну, там, естественно, они стояли, где равнинные области, ниже горы, и где нет этих джунглей, где были соответствующий климат для того, чтобы выпасать лошадей. Вот это, видите, свидетельство опять. Я еще не все фотографии привел. Ну, если кто почитает мою книгу, там я еще больше привожу фотографии. Там настоящие рязанские физиономии рязанских девушек. Симпатичные, красивые. Просто они в кокошниках, а сверху, видите, я фотографии специально обрезал, потому что там кокошники еще сверху установлены, сделаны как цветы. Вот, например, как на 33-й фотографии. Видите, там кокошник, а потом еще такой кокошник из цветов сделан, да, красивый. Но вот если их убрать, то более наглядно видно, что лица-то совершенно другие, понимаете, не темнокожие. А теперь откройте, пожалуйста, 35-ю фотографию. И это уже Турция из Дравиди. То есть вспоминаем, согласно истории, все, значит, индоарии вышли и пошли, и разбрелись. И оттуда языки пошли дальше. И, значит, и племена. А реально-то после второго дравидского похода известно, что часть русов остались, потому что пришли во второй дравидский поход. Почему? Потому что после первого ушли, а дравиды и наги как, значит, какое-то время переждали, а потом опять начали заниматься своим делом. Опять же, приносить жертвы, делать кровавые жертвоприношения своей богине. Значит, и поэтому пришли уже, изгнали этих богинь, победили всех. И в ходе этого второго дравидского похода хан Уман был назначен советником, значит, одного из царя там, лесных людей. Так что индусы сделали? Если вы сейчас почитаете историю, там нету никакого хана Умана. То есть хан отдельно, Уман отдельно – это имя. А в истории индусской мы читаем про бога Ханумана, который пишется вместе, и он представляет собой обезьяну. И почему? А потому что эта обезьяна могла перелетать на большие расстояния. И вот есть памятники, есть фотографии в книге, я там привожу еще, здесь я не привел. Там он, этот Хануман, и представлен на многих памятниках, как обезьяна, и такой же тип лица, значит, и хвост, и все прочее. То есть, что сделали? Сделали ту же подмену, как и с мировингами. Мировингов русов в Европе объявили, что они, значит, там несуществующие, что там жена одного из мировингов родила чудовище, и так пошел род
Ну, такие же сказки придумали для индусов, для хана Умана, что он, значит, бог-обезьяна. И вот этими сказками... Такой летающий обезьян такой, да? Да, и вот такими, этими сказками, значит, сознание заполонили. Вот, и потом в течение всех, значит, последующих тысячелетий, прошедших после второго дравидского похода, как древнедравидию русов, когда уже та часть была небольшая, которая осталась, она ассимилировалась, и мы видим высших, смешалась с местным населением, и мы видим в высших кастах Индии современной преобладает в кастах брахманов там, и кшатриев, которые раньше были. Значит, видим преобладание людей с светлым кожей, цветом кожи, с голубыми, зелеными глазами. Вот так, значит, генетика оставила следы наших предков, значит, от второго дравидского похода. А часть людей все-таки ушла из Дравидии, но не вернулись в Беловодье, а ушли на запад. И вот как раз 35-я фотография, которую, если вы сейчас откроете, фотографии с 35 по 41, сейчас я буду комментировать, это Турция, гора Немрут-Даг. И вот на этой горе, вы видите, есть вот, вот такое, там есть святилище и есть вот такие скульптуры. И что пишут историки по этому поводу? Это греческие боги. Но поскольку, значит, черты лица у них там, они такой комментарий дают, а укладка волос похожа на персидскую, и это греческие боги. А одеты они в скифские колпаки. Ну, надо же как-то обосновать, что это греческие боги или персидские боги. Вот давайте посмотрим повнимательнее на греческие лица, греческих богов. 36-я фотография. Носы, как Алексей заметил правильно, разбиты не только в Индии, а по всей бывшей славяно-арийской ведической империи. 37-й рисунок, 37-е фото. Видите, здесь тоже только два бога греческих с носами неповрежденными. Но типовые греки, бородатые, усатые, мужественные. И самое главное, в скифских колпаках. Не, ну явно те, кто носы отбивал, что-то у них там это с психикой не то. Вот прям по носам все время долбит и долбит. Что-то у них там это проблема на какая-то. На самом деле так. То есть, ведь это же, я думаю, люди находились под воздействием. Ведь не написано, что ведь библиотеки, когда горели, то, опять же, делалось это, ну, якобы пишут вандалами, делалось под воздействием. Просто так же нормальные люди не пойдут жечь библиотеки. Ну, нам объясняют, что это христиане жгли. Вполне возможно. Значит, 37-38 фото, теперь 39-е. Опять же, греческий бог в колпаке скифском. 40-й тоже. Видите, какой мужественный профиль. Нос, правда, чуть-чуть поврежденный, но... А, кстати, видите, на скифской шапке, вот на, как назвать, на обкладыш, не обкладыш, что это такое, вот загнутая часть, да, если увеличить, это звезды. То есть наши предки, они, я как-то в предыдущих наших эфирах показывал, не знаю, показывал или нет, но говорил точно, что есть такая золотая бляшка, называется звездный скиф. И вот здесь тоже, видите, звезды они отображали на своих шапках. То есть русы помнили, что мы пришли со звезд. 41-я фотография. Здесь женщина, видите, тоже лицо деформировано, разбито.
И видите, в головном уборе там, ну, богиня, типа богиня плодородия называют. Там найдена уже греческая богиня, и, значит, сказано, что это именно она. А теперь откройте, пожалуйста, 42-й рисунок. Это вот мои фотографии, 42-й и 43-й. Эти фотографии я сделал на острове Крит в Греции, в городе Ираклион, в музее археологическом. Видите, это вот такой же, опять же, древнегреческий бог, опять же, типовой грек, как, какие они сейчас и есть в Греции. А следующее фото, 43-е, это типовая богиня греческая. У нее тоже нос поврежден. Но если сделать фотографию, увеличить фотографию, великолепное, красивое лицо. Не, ну что, а что, хорошие греки, так смотришь, греки, настоящие. Да, прям да, вот как и сейчас, такие же, да. Прям где-то прям это, из-под Рязани, наверное, вот оттуда греки. Совершенно верно. А может быть, из Смоленска, я не знаю, как смотреть. В принципе, и там такие. У нас греков этих, ну просто завались. Куда ни посмотри, везде одни греки. А вот рисунок, фотография 44-я, это тут я из интернета, значит, нашел. Видите, он там на фотографии английские слова написаны. Это так делают специально, когда скачешь фотографию, а они ее продают за деньги. Поэтому вот они, слово «Алам» написано по-английски, да? Ну, простим их, пускай да. Они там за деньги продают, да. Главное, что фотография понятна. Да, но факт тот, что здесь великолепный сюжет показан. И по-английски тут написано, что это древний мир, значит, древнеримская империя и древнеримский император, значит, и бог Митра. Ну, вот так, опять же, из славян делают древних римлян. Ну, мы же знаем, что кругом, куда ни плюнь, от Англии до Индии сплошная Римская империя. И кругом все построено архитекторами римскими по правилам коринфского, дорического и ионического ордеров. Вот. А здесь, видите, сюжет показан. Этот сюжет, у меня есть еще такая фотография, я ее не привожу. Я ее сделал в Ватикане, тоже подобный сюжет. Он такой же, как вот на 45-й фотографии. Если вы откроете, это опять же, они пишут, что это опять же Митра, иранский бог. И вот он убивает, закалывает это, быка. А по бокам стоят, видите, и сам этот Митра, и двое мужчин стоят, которые помогали ему, значит, этого быка приносить жертву. Одеты в колпаках скифских. Ну, это иранцы нам сообщают. И может быть, это колпаки у них для сна, может быть, они только встали, так смотрят, бычок, ну, говорят, да. Ух ты! Ну, мы на самом деле эти колпаки, как правильно заметил сейчас Алексей, мы подобного рода колпаки видим в фильмах, когда показывают старые русских, и все мне на память приходит, это фильм этот... название запомнил, но там Табаков играет, и известный классический сюжет Штольц, помните? И этот... Ну, в общем, там все время на диване он лежал, да? Вот да, вот, лежал на диване, колпаке, да. И вот он как раз в таком, как Алексей правильно заметил. Ну, вот они тоже вышли погулять. Смотри, ух ты, бычок бегает, собачка гавкает. Они взяли там и что там, переодеваться долго, тут сразу бабахло и завалили бычка. Ну, и так зашел в сюжет-то и попало в исторический. Да. И вот это как раз вот таких этих фотографий на эту тему много. У меня была фотография, которую я сделал в Ватикане, там скульптура. Просто тоже вот такой же, так называемый Митра, да, точно
Только все это в скульптуре, в этом, я не знаю, в мраморе или гранит, ну, из какого-то материала, очень красивое. А сюжет один и тот же. Вот. И если вы пороетесь, кому, если кому-то интересно, то найдете и другие версии на эту тему в разных музеях и в разных странах. Вот так, видите, и подменили. А в предыдущей передаче я рассказывал о том, что после того, как наши предки пошли из, значит, Дравидии, ушли на Запад, то пока они шли, они создали несколько, значит, мощных цивилизаций, дали, заложили основы. И самая, так сказать, продвинутая и мощная и была Персидская империя. Вот. И как раз и я начал беседу про зодчество и архитектуру, ссылаясь на двух авторов, которые как раз в своем докладе проанализировали влияние и показали в сравнительном анализе, значит, с их точки зрения взаимовлияние и похожесть архитектурных сооружений именно, значит, в Индии, России и Персии, Иране. Вот вы теперь прекрасно понимаете, что, кто дал это взаимовлияние. То есть все принесли русы. Все, наши русы, которые после этого, последние, значит, когда ночь сварога наступила очередная, я уже говорил, на них легла функция уров, они давали просвещение остальным, как шли они на Запад, так и появлялись новые. И есть, кто интересуется этим вопросом, может зайти в Пергамский музей в Берлине, и там как раз есть и архитектурные, и другие, и скульптурные памятники как раз вот наших русов. Вот вывезли все в Европу, создали целый музей. Ну, немцы вывезли давно, еще во времена порядка 150 лет тому назад этот музей организован. Там все эти артефакты сохранились. И там точно такие же лица славян. Единственное, там Вавилон, например, вы увидите, там они ходят с этими с луками, со стрелами, значит, идут. Но их покрасили, соответственно. Ну, загорелые лица сделали, ноги, руки загорелыми. И они стали похожи на азиатов, на восточных людей. Вот. А в принципе, вся, мы наблюдаем одну и ту же культуру. Вот видите, Индия, Персия. И теперь перейдем к 45-й фотографии и поговорим немного о технологиях. Вот 46-й рисунок, 46-е фото. Это дольмены рядом с городом Сочи, фотография. Это камень, очень суровый камень, видите, а как он хитро сделан. А вот 47-й рисунок – это уже Перу, Саксайуаман. Видите? Одни и те же технологии. Расстояние, где Сочи, где Перу, другие континенты. А что есть Перу? То есть это еще остатки допотопные, до потопа, до войны. В Перу это как раз была цивилизация антов. Анты же где-то 25-30 тысяч лет переселились на остров Антлань. А к этому времени у них была уже империя. Они занимали всю территорию, значит, часть территории Южной Америки, вот куда входит Перу, как раз часть, где Чили и другие страны, и Мексика, и часть, значит, нынешних Соединенных Штатов. И вот, смешавшись, там они в своей империи как раз, а технологиями они, видите, обладали такими же, как и в метрополии передовыми. И вот нарушение их уровня развития, их, так сказать, амбиции привели к тому, что началась первая
война между белой и белой расой. И к чему она привела, мы уже говорили на предыдущих эфирах. То есть была термоядерная война, в итоге, значит, было, они применяли, как сейчас говорят, по-современному климатическое оружие, климатическое, тектоническое, и были разрушены базы на, значит, последней, на предпоследней Луне. Лили, она упала, развалилась на части, но минимизировать последствия падения бог Ней, который, значит, куратор прилетел из Прави, не смог. То есть по тому уровню развития он мог только разрушить. И эти осколки, значит, в противофазе, все равно как два автомобиля на огромной скорости несутся навстречу друг другу, и происходит лобовое столкновение. И вот после этого 23,5 градуса земная ось нашей планеты, Мидгард-Земля, наклонилась. Вы про Лелию или про Фату сейчас говорите? Ой, извините, я неправильно назвал. Фата. Вторая Луна. Угу. Понятно. Первая. И вот разрушено было, и все, и были цунами сумасшедшие, все, значит, эти цунами и волны, такая мощность, все смыло. Те цивилизации, которые, значит, следы технологий мы обсуждали в предыдущих эфирах, и находятся спустя 100 тысяч лет назад, а также до 23,5 градуса ось сместилась, полюса сместились в одно мгновение, значит, практически замерзло многое. И вот на нашей территории, территория Азии, она как раз и подверглась очень сильному воздействию. Ну вот и поэтому находят мамонтов замороженных до сих пор, да, и у них, когда их откапывают, в желудке содержимое практически моментально замерзло, и анализируют, прям как только вчера травку ели мамонты. Вот. И поэтому впали в дикость. Но вот остатки этих технологий в каких-то местах еще и были. И вот сейчас на других фотографиях мы их и увидим. Вот 46-й рисунок – это Турция. Рядом, вернее, да, рядом с Турцией там есть остров. 48-й, наверное, все-таки, да? Турция, 48, да, поликладка. Угу. Да, полигональная кладка. Да, и 49-й – это же крепость. Это относят историки ко времени пелазгов. Это не я придумал, это они так относят. Историки пелазги. Это те же русы, наши племена, которые там жили. И они никуда не уходили, никуда не исчезали. То есть у них еще остались вот эти технологии. Следы вот этих технологий, видите, машинной обработки, мы можем видеть вот на 48-49 рисунках. А вот это фотография из моего, значит, у меня не я был, а мой сын был на Мачу-Пикчу, сфотографировал по моей просьбе там. И вот тоже полигональная кладка там, и видите, какая, как вырезана из твердейшего камня, спокойно резали. Вот такие технологии обладали. Теперь 51 рисунок. Опять же, полигональная кладка. Видите, индус, который сидит на весле, с открытым ртом рассматривает эту кладку. Ему интересно. А публика, которая везет, они, у них другие интересы. Им интересно покататься на лодочке. А поболтать? Видите? Они же на пикничок приехали, поговорить. Да, они отдыхают с экскурсией, а он трудяк. А гребец занимается научным трудом, он изучает. Изучает. Вот видите, иногда делают такие замечательные фотографии люди, которые целый рассказ по этому поводу можно. Да они же там живут просто, для них-то все обычно, как люди, которые живут на Арбате, никогда Арбат-то и не видели, в общем-то, да, в Москве. Вот из этой же серии. Вот теперь откройте 52-й рисунок. Это, опять же, Индия, полигональная кладка опять. А наверху, видите, опять там храм какой-то, крепость, крепостная стена,
отгорожено. Ну, индус выпасает священных коров, которым привели туда и наши русы. Вот видите, а вот технологии остались. А теперь, значит, 53-й рисунок, это уже Япония. И опять полигональная кладка. Видите, еще какая замечательная, какие мощные блоки. И все, и японцы тоже молчат, и особо не рекламируют. А в книге своей я еще привожу и другие артефакты из Японии. Там такие монолиты сделаны. И как это вырезано, трудно представить из единого куска. Но к единому куску мы еще вернемся. Теперь 50. Да, уж прям такая прям. Японна мать, как же они это сделали, да? Да. Приблизительно так. А это Перу, а-ля Тайнтамба. Вот видите, здесь тоже огромнейшие блоки. Это один из команды, товарищ из команды Склярова, ныне ушедшего. Вот он, насколько я помню, инженер-физик, значит, разбирается в части материаловедения и прочностных вещей. Вот, значит, вот эту фотографию с лаборатории, из сайта лаборатории альтернативной истории этого Склярова. Вот как раз они там очень-очень много таких интересных фотографий привели. Вот прошу вас обратить внимание, видите, рядом с этим, с товарищем, большая, значит, рядом с его рукой правой выступ огромный. И вот еще такие выступы, значит, с другой стороны. Вот выступы – это вот как раз, с моей точки зрения, технологические перемычки. Сейчас дальше посмотрим. 55-й рисунок, видите, опять же полигональная кладка, и видите, опять эти же выступы. То есть эти выступы, сейчас вы посмотрите 56-й рисунок, и будет понятно. А это, как я называю, каменоломня, опять же, Валетантамба в Перу. И видите, если увеличите еще этот рисунок, там, где гладкие стены, да, то есть видно, что они обработаны, обрезались. И там такие же выступы торчат. То есть эти блоки, которые они каким-то образом обрабатывались в то время, когда они еще от этой скалы не были отделены. И вот в самый последний момент отрезали эти вот как раз перемычки, эти выступы, на которых вся глыба держалась. И эта вот технология была единой. Потому что сейчас мы посмотрим. А вот там, если посмотреть, то лежит такая пластина на 56-м рисунке. На выступе лежит отрезанная пластина, но не убранная. Совершенно верно. Огромный блок, да. Да. Так вот, а теперь посмотрим 57-й рисунок. Это уже Индия. И опять та же внизу, видите, внизу здание. Опять же та же полигональная кладка. Такая же, как и в Перу. И те же выступы, то есть та же самая технология, видите, эти же самые, и никто их не удалял, ни в Индии, ни в Перу, ни в других местах. 58-й рисунок, храм, и опять же, видите, полигональная кладка, правда, он, видимо, этот храм уже восстанавливался, потому что, видите, подперты колоннами, часть какая-то, и опять же, видите, выступы. Те же самые выступы на блоках. То есть... Нет, это просто такой дизайн. Это вот подпёртый так дизайн такой. А, или, возможно, такой дизайн. Может быть... Но выступы есть, да, выступы присутствуют. Да, выступы, видите, везде. И справа, и слева они есть. Это говорит о чем? Что применялась и антами, и в метрополии одна и та же технология. А это значит... Говорит о том, что одна и та же была культура. И теперь посмотрим 59-й рисунок. Это Иордания современная. И местность называется Петра. Храм в скалах. Ну, нам объясняют. Это римляне срочно выдолбили. Пока шли из древней этой Персии, шли обратно, и вот по пути выдолбили.
Ну, проходя мимо, нечем было заняться. Нечем было заняться, да. А 60-й рисунок, ну, это уже не римляне, а говорят, это индусы из единой скалы сделали вот такой храм вырубленный. Он огромный. В интернете желающие могут посмотреть и увидеть. Там есть фотография, это мы как бы с тыла смотрим, а вот с площадки стоя есть фотография. Это сзади вот здесь мы видим, это стена, да, скала сама. И по бокам скалы. Это огромное сооружение на фоне гор. И это все выдолблено, понимаете, якобы индусами. Это, наверное, было так. Римляне сходили к ним, рассказали всех выдалбливать. Те посидели, подумали, а что бы нам такое не сделать? А римляне идут, а что это мы рассказали, сами ничего не сделаем? Дай-ка по пути тоже выдолбим в Петре, чтобы у нас тоже такое было. Ну и потом к себе пошли. Зачем выдалбли, потом спорили, шли до самой своей Римляндии? Зачем выдалбливали, тратили время? Лучше в Риме у себя это сделали. Но время уже ушло. Вот теперь и в Индии, и в Петре вот это все есть. А вот почему-то у римлянов такого нету. Да, приблизительно так история и объясняет нам. А вот 61-й рисунок, откройте. Это храм, опять же, но уже в Иране, и опять же выдолблено в скалах. Это здесь кусочек, а вообще-то в интернете вы можете найти. Там большая панорама есть, и там вот таких этих вот выдолбленных штук несколько, гораздо больше. Понимаете? И опять же мы видим одну и ту же технологию. Теперь другой вид технологии, уже конкретно по блокам. Это 63-й рисунок, откройте, пожалуйста, фотографию. 63-й, 64-й. Это Мира город, тоже в Турции. И вот видите, один из представителей группы Склярова, да, смотрит эти блоки. Видите, как сделаны, обработка блоков проведена, как какие, типа фаски такие сняты, да, снизу и сверху на блоках. Теперь 64-й рисунок открываем, а это уже Дендера, Дендерский храм. Я там был. Это уже Африка, Египет. И здесь, видите, то же самое, точно такая же технология. А какой ей быть? Ведь там же анты давали эту технологию. Русы, которые из Атлантиды в Ведах написано, праведных людей переместит сила небесная, чтобы они учили черную расу, как пропитание добывать, строить каналы, науки и так далее, строительство, все это. Вот и дали эти знания. И вот, к сожалению, я смотрю, у меня и другие фото, но я забыл скачать. Еще третий есть, третья фотография у меня, значит, тоже из моего архива, это, но я ее привести здесь не могу. Там точно такая технология, но это уже это в Перу. То есть, видите, одни и те же технологии, одна и та же культура. 65-й рисунок смотрим. Это уже, видите, колонны, и если их можно назвать капители, если это капитель, но это похоже очень древние. То есть, хотя вот с левой стороны, внизу, вы можете видеть физиономию и поднятые руки, которые якобы на двух руках держат вот эту нагрузку. Такой маленький Атлантик такой. Да-да-да, маленький Атлантик, совершенно верно. А теперь переходим рисунок 67-й. Фотография 67-я. Это, опять же, Дендера. Это храм. Его откопали. Откопали, значит, по-моему, где-то в начале 20 века, если не позже. То есть на крыше вот этого храма располагалась деревня. Жили там люди. И видите, там какие капители, женские лица. И это, опять все изуродовано. Это, ну, естественно, написано, что это лик богини Хатхор. Ну, Хатхор, не Хатхор, проверить мы не можем. Видите, лица на самом деле изуродованы, но сам
так сказать, сюжет запомните, да? И теперь, пожалуйста, откройте 69-й рисунок. Это город Юрьев-Польский, храм, капители. И видите, там тоже лица, и мужское, и женское лицо. А здесь три лица, тот же, как в этом Египте. Это я, вот то, что мне, архивы у меня очень большие, я искал, и у меня еще есть другие фотографии, но я их не нашел, поэтому я рекомендую посмотреть книгу, почитать. Там в книге я еще привожу другие. Значит, то же самое, понимаете? А Юрий Польский это где, в России уже, да? Да, Юрий Польский это, боюсь соврать, по-моему, Владимирская губерния. Вот когда едешь от Александрова города после уже Сергиева Посада на Александров поворачиваешься, это Александрова сторону уже туда Суздали. Вот там Юрий Польский есть такой город. Да, совершенно верно. Вот видите, и вот и здесь, кроме того, я уже, так сказать, чуть-чуть опережу события, здесь, видите, кругом вязь великолепная, и кругом дерево жизни и трехлистник. О трехлистнике мы уже говорили, да, что это трехлистник – это символ, который… О символах мы чуть попозже я скажу. Но это символ, который ведический, он объясняет миры Яви, Яви, Нави и Прави. А вообще это была трава, которая лечила и воинам давали, она заживляла раны. То есть, видите, сколько в этом плане несет символ информации. Теперь откройте, значит, 66-й рисунок. Это город Владимир, Дмитриевский собор, тоже капители. Видите, дерево жизни и трехлистник. И 68-й, откройте рисунок, а это уже Турция, город Пергам, побережье, значит, Средиземноморское. Видите, и здесь такого же типа капители. У меня, к сожалению, я не нашел, хотел, значит, в Кремле периодически делают эти раскопки, когда там что-нибудь строят. И вот когда, значит, строили дворец съездов, значит, перед этим там, значит, проводили археологические раскопки. И люди, которые занимаются и интересуются этими вещами, археологи, да, и архитекторы, я в интернете там нашел одну статью, публикацию, где там под землей вот точно такие капители замурованные, никто не показывает, которые были когда-то в Кремле. Якобы, получается, они из Турции, из Пергама, из Древней Греции, как нам рассказывают. Не, ну они же ехали не с пустыми руками, они же к варварам ехали. Надо было какие-то подарки сделать. Ну, вот с собой привезли. Ну, почему в кармане? Ну, почему в кармане? Нагрузили ишаков, все нормально, телеги. Приехали. Да, телеги, ишаки, верблюды, все нормально. Так, версия принимается. Так, теперь, пожалуйста, откройте... Значит, 70-й рисунок. Это уже Индия. И здесь вот в центре две колонны. Ну, в центре вправо две такие большие колонны, да? И вот там тоже капители. Видите, там две человеческие фигуры, которые и руками, и ногами подпирают как раз тоже капители. Такого же плана. Но это только две нам видны, а там же еще видно, что с двух сторон других тоже они есть. Естественно, они же с четырех сторон, и справа, значит, колонна то же самое. Это вот просто то, что я увидел, как говорится, вблизи, не увеличивая. В общем, тема атлантов рулит, продолжается. Да, то есть вот то, что мы, помните, в предыдущих эфирах говорили про атлантов и кариатиды. То есть вот вся эта единая культура, она существовала и существует. И вот 71-й рисунок, откройте фотографию, это город Владимир, это Георгиевский собор. Видите, он такой, вот церковь по поводу, значит, Георгиевского собора и Дмитриевского собора,
она молчит, она ничего не может комментировать, потому что там и звери кругом, растения и святых, и святые. Но святых уже, я так понимаю, сделали позднее. Ну, видно, что там... А это ведический храм. Видно, что вырубалось там очень грубо, это все вырубалось. Да, оно же видно. И такие фотографии, если в сети вы поищете, я в книге еще привожу. Там это ведический храм. И видите, вот трехлистники, дерево жизни. А вот эти арочки, где в одной из арки там то ли пес, то ли лев лежит, да, с левой стороны. А выше, видите, такие ребра. Не знаю, как назвать, треугольники, да, часть призмы, которая вот двумя ребрами наружу идет к нам. И сверху весь, а следующий, так сказать, слой – это как раз эти ребра. А теперь смотрим следующий рисунок, 72-й. Храм в городе Хари-Шанкар. Как видите, тот же самый элемент. Опять же, вот эти ребра призматические. Это вы... ребра жесткости, чтобы долго держалось. Может быть. Здесь не изучал, так сказать, прочностные характеристики. Но вот с точки зрения визуальной, видите, совершенно одинаковый элемент. И зайдете в метро Фрунзенское, опуститесь в Москве, и там в вестибюле увидите, эти же элементы использовали. Что, опять греки приехали, да, построили все. Передали, видимо, товарищу Сталину и его архитекторам, инженерам. И вот он, ну, уже... На тебе, товарищ Сталин. В 1957 году. Каганович, нет, там метро же... Там же Каганович был, да? Эскизы, да. Там сначала имя Каганович был. На, да, тебе, товарищ Каганович, на тебе от Греции дружественной, вот строй. Сталин подписал указ. Каганович, разрешаю. Ну и так там все и нормально на Фрунзенской. Теперь 73-й рисунок, фото 73-е. Это, опять же, потолок в индийском храме. И посмотрите, как из камня сделана такая вязь. Хитрая. Видите, как это же все из камня сделано? Она там как бы не пересекается, а обходит. Видите, как великолепно делали? А теперь 74-й фото. Это Чернигов, Борисоглебский собор, часть облицовки. И видите, на нынешней Украине тут изображение летающего дракона или этого Семаргла, или Симурга, не знаю, кто. И видите, у него вот как раз вот это вот такая же вязь, не пересекающаяся, видите, только сделана уже в более мягком камне, да? А технология одна и та же, и сюжет один и тот же. Теперь 75-й рисунок. Фотографии. Это я скриншот сделал из фильма. Значит, ходили люди, ездили в этот Ванкар, в Камбоджу, в Ангкор. И вот на крыше храма, видите, какая крыша? Она каменная. Видите, какие продвинутые были, опять же, дравиды и наги. А вот окна из такой резьбы, да, как бы похоже на то, что, как, значит, проволока, да, на ней бусины или как счеты нанизаны, да, каменная резьба так сделана. Вот таких очень много и в храмах, и в Москве, и, значит, и подобные вещи есть. То есть это один и тот же орнамент и технологический прием, который использовался. Видите, вот такие похожие элементы. И если говорить еще о технологиях, то это Кутубова колонна. Это фотография 1850 года. Она чуть ли не стопроцентно из железа состоит. Это 76-й рисунок. Это 76-й рисунок, да. Спасибо, Алексей, за комментарий. Вот. Это, значит, эта колонна, она
Значит, ее обнаружили, и, ну, считают, поскольку когда ее обнаружили, так и определяют, что, значит, делали ее совсем недавно. А когда сделали химический анализ, да, то выяснилось, что металлурги такого чистого железа не могут делать. Понимаете, оно, эта колонна практически находится все время как бы в окисленном состоянии. И причем она по диаметрам сделана очень хитро. Нижний диаметр чуть больше, а вверху диаметр другой. И он, эти диаметры отличаются. Понимаете? И на ней там, если увеличить, внимательно посмотреть, то увидите, что выбиты там, опять же, на санскрите какие-то слова. Ну вот если, значит, почитайте мою книгу, там я уже привожу очень много этих фотографий из той же Индии. И что мы, у нас какая картина получается интересная. То есть вот эта Кутубова колонна, если увеличите, я не привел второй рисунок, а там на, где-то посередине этой колонны надпись на санскрите. Так вот, этот артефакт, значит, эту колонну сейчас перенесли на алтарь мечети Куват-уль-Ислам. И город называется Лалкот, недалеко от Дели. Вот они посмотрели, значит, ее химический анализ, она изготовлена из нержавеющего железа. И вот как о чуде света они рассказывают разные легенды, вымыслы, гипотезы. Диаметр у нее вверху 0,223 метра, а вверху 0,485 тысячных метра. Высота ее 7 метров над площадкой фундамента. Вес около 6 тонн. Колонна снизу доверху покрыта сине-черной окисной пленкой. А на колонне, я уже сказал, там есть вот этот текст, да. И определили они, что сделано было во времена там царствования какого-то короля, который, по-моему, жил где-то в 380 году нашей эры. Вот такой продвинутый король был, и такие у него были металлурги, окончивший институт, как минимум, Московский тонкой химической технологии, который так раньше назывался, но и сейчас не могут получать такого чистоты железа. А если мы вернемся к санскриту, на котором написаны слова, значит, на этой колонне, да, то вы, многие, наверное, из вас читали, а если кто-то не читал, то рекомендую почитать Светлану Жарникову, которая ушла недавно, значит, в другой мир. И там она приводит кучу, значит, слов и сравнивает русский язык и санскрит. Я только несколько вам приведу, чтобы вы увидели. Значит, по-русски, как звучит на санскрите? Мать, матерь. А на санскрите матри. Праматерь, праматри. Брат, братри. Братство, братритва. Собратья, мы говорим собратья, да? Собратри. Свекор, свакар, якобы по-индусски, да? Свояк, свака, дядя, дада, мертвый, мритью, зима, хима, снег, снеха, когда, када, шея, грива. Ну и можно долго. Я рекомендую почитать Жарникову. То есть извратили всю историю, но в 20 веке-то
на смену, как я уже говорил, сказкам о индийских джунглях с продвинутыми обезьянами, типа и бог, их бога Хана Ханумана, пришли сейчас новые сказки о третьем глазе, лемурах, шестой расе и так далее. И стали эти сказки рассказывать новые сказочники, эзотерики. Ну вот сказки сказками, а эпоха сейчас массового туризма. Все имеют айфоны, не айфоны, фотоаппараты, все, что хочешь, продвинутые. И в эпоху массового туризма путешествий надо же людям как-то объяснять наличие огромного количества великолепных храмов на территории Индии и Юго-Восточной Азии. Ну, что Дравиди называлось, о котором мы говорили. Но для этого фальсификаторы используют ту же технологию лжи. Но вот хотелось бы напомнить товарищам ученым-историкам, которые пишут на тему, значит, архитектуры, строительства по поводу древних эпох, что вот такая мелочь, как в кавычках, теоретические работы по теории упругости, сопротивление материалов, расчеты балок, балочных конструкций, то, что все называется сейчас сопроматом, появилось только в начале 19-20 веках. А реально сопромат оформился в начале 50-х годов 20 века. Кстати, русским ученым, который проживал в США, ну, неважно, русский. А вот с учетом использования последних технических достижений современной цивилизации, ничего подобного, что мы вот сейчас с вами рассматривали в области архитектуры, строительства и искусства, а мы посмотрели только маленькую часть, я не знаю, этого в интернете в 1000 раз больше, понимаете? Так вот, за последние 100 лет ничего подобного не появилось, не могут и никто не может создать ничего, то, что создавали наши предки. И с помощью современных технологий, и с помощью существующей исторической парадигмы современная наука не может объяснить, каким образом было построено такое огромное количество храмов. Не объясняют, какие технологии при этом использовались. Поэтому вот я вначале начал говорить о том, что историки, которые, значит, анализировали храмы, архитектурные, значит, особенности и близость архитектурных форм храмов Руси, Индии и Ирана, совершенно не касаются этих вопросов, которые мы с вами сейчас затронули. То есть ни технологии, ни техники не поднимают и близко вопросов, каким образом и как, с помощью чего это было все создано. Ну, а теперь давайте, можем, Алексей, сделать короткий переслух. И другие переслух, да. Да. Я понял. Значит, а я как раз перейдем уже к заключительной части. Ладненько, хорошо. Говорим про Русь, значит. Тоже интересные, последняя заключительная часть будет интересная. Ну что ж, раз говорим про Русь, значит, и про Русь будем слушать музыку. В Ютубе нас слушать не получится музыку. Я уже предупреждал неоднократно. Музыку могут слушать только те, кто слушает Народное славянское радио через те устройства или те плеера, в которых оно звучит. Итак, 3 с небольшим минуты. Отдыхаем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 5 апреля 2017 года, среда, по одному из старинных 35-й день месяца пробуждения природы 7525 лета
понедельник. Культура, зодчество русов – такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель Леонид Григорьевич Феденко. Итак, переходим к третьей части. Что поведаете в ней? Значит, а сейчас вот я говорил о том, что, значит, о тех авторов двух, которые написали, значит, работу, доклад о творчестве, о сравнительном анализе зодчества. Сейчас мы быстро пробежимся и посмотрим тоже, какие общие элементы в архитектуре, значит, существуют уже конкретно зданий и совершенно разных источников. И вот, пожалуйста, откройте 76-е фото. Это рисунок из Ремезовской летописи Ремезова. Значит, по этому поводу историки пишут, что Ремезов был архитектором, и он якобы проектировал там церковь и прочее. А мы на рисунке на самом деле видим то здание, которое было в Тобольске, в столице Великой Тартарии. И в этой же книге Ремезовской летописи есть еще, значит, тоже один рисунок с точки зрения архитектуры. Там есть церковь, собор. И он обмерен полностью. И все там дано, значит, в сажениях, значит, во всех русских мерах. Так вот, заметили, сверху три таких элемента, которые называют архитекторы кокошник. А теперь откройте, пожалуйста, рисунок, фотографию 77-ю. Это, опять же, Индия. Интерьер, внутренний интерьер храма в Биджапуре. Как видите, те же самые кокошники. А теперь откройте, пожалуйста, 78-й. Это, значит, храм в Быково, в Подмосковье, рядом с Жуковским городом. Вот. Видите? И там тоже масса вот так называемых кокошников. Здесь небольшое уточнение пришло к нам от Игоря. Прошу прощения, но в галерее под номером 78 не храм Быкова, а церковь Спаса Преображения в Дворцовом селе Остров. Ну, я не могу утверждать. Вполне возможно, я ошибся. Я только сейчас сообразил. Да. И у меня там еще есть. Я не поставил эту фотографию. Спасибо за замечание. Олег написал, да? Игорь, благодарю Игоря. И еще там, значит, сбой у меня произошел в двух фотографиях, но я там нумерация просто перепутана. Да, так что все, снимаю по поводу Быкова. Я сейчас вспомнил, что да. Не, но фотографию-то мы саму не снимаем. Фотографию как иллюстрация не снимаем, остается. Просто вы видите храм. Дальше. Следующий смотрим. 79-й фото. Это старинная фотография Тобольска. Видите, опять же, типа кокошника в одном месте, во втором, где часы сверху, да? Дальше, обратите, над часами навершие и рядом, где шатровые, так называемые шатровые, а точнее пирамидальные, это называют шатровые. Ну, какие шатры? У шатра вообще-то, так сказать, формы похожие, но чтобы иметь такие формы, шатер же из материи, правильно, да? А тут жесткие, это вообще пирамидальные формы. Ну, называют их шатровыми. Бог, как говорится, пусть как считает, так и называет. Видите, это деревянное зодчество. А посмотрите, все детали, какое великолепие. И все одни и те же детали. Если вы посмотрите, точно такие же элементы в каменном зодчестве. Точно такие же. Это столица Великой Татарии, Тобольск.
Еще одна старая фотография. Опять же, Тобольский музей военный. И вот видите, ворота сделаны из пушек. Пушки составлены в виде пирамид. А над, значит, пирамидами знамена, так, да, щит. Ну, трудно разобрать, если увеличить, можно посмотреть. Ну, вам, наверное, трудно. Да, похоже, что это щиты. И военная атрибутика какая-то. И, видите, пушки же зарыты в землю и, значит, в виде столбов, к которым прикреплена ограда. Это и написано «музей». Это Тобольск. И что еще здесь интересный, какой интересный момент? Дело в том, что вот в славянских храмах, это не я придумал, а пишут ученые, значит, архитекторы, хранились знамена и историки. Знамена, которые были посвящены богам. И на храмах, и сооружениях помещались флажки. И вот на многих, вот предыдущий рисунок, предыдущее фото, да? А, здесь, к сожалению, нет. Но есть, значит, на других фотографиях у меня просто есть, я их просто не привожу, там приведены флажки. И эти флажки до сих пор вы можете увидеть, допустим, на Московском Кремле, на каких-то башнях остались эти флажки. А так они и были кругом. То есть потом их, они превратились в металлические, как флюгеры, стали показывать, значит, ветер, направление ветра, да? Вот такие традиции были в зодчестве. А теперь переключите на 79-й. Так, а 79 мы уже посмотрели, 80-й рисунок, фотография, старая фотография, это Илимская, подпись внизу, Казанская церковь, она слева, а справа Спасская башня 17 века, написано с западной стороны, то есть это фотография оставшихся, ну, видимо, начала века, фотография уже была или середина, значит, 19 века от фото уже было. Вот фотографии такие сделаны. И видите, одни и те же, так сказать, мотивы. Опять же, Спасская башня. И есть Спасская башня, видите, и в Илимской Казанской церкви, и в этом, в Тобольске, и в Москве, и в Тобольском Кремле у Ремезова там написано. То есть речь идет о чем? О Спасе, да? То есть мы вспоминаем, когда переходили из Дарии, да, после первой катастрофы, когда Дария затонула, и мы знаем о том, что был волк Спас, да, и который еще оказывал к тому же помощь. Есть даже иконы современные церковные, которые называются «Спас нерукотворный». То есть оказывал помощь не физическую, понимаете, да? Почему он называется нерукотворный? Теперь откроем 81-ю, значит, фотографию. Это Воскресенский собор в Коле. Кола – это город на севере, это в Мурманской нынешней губернии, это старый очень город. Видите, тут написано «сгоревший». Это старый рисунок какой-то. Видите, многоглавие. Вот если кто-то найдет потом, я чуть позже скажу об этом докладе, и в интернете можно найти, там авторы приводят много таких вот рисунок и проводят сравнительный анализ индуистских храмов, иранских и российских, вот старых именно деревянного зодчества, и анализируют. Тут кого это интересует, тут может скачать, и этот вопрос интересует, скачать и посмотреть. Теперь следующее, 82-е фото. Это Илимская Богоявленская церковь 1731 года, находящаяся в селе Знаменском,
Верхоленского уезда. Был Верхоленский уезд. То есть был уездный город Верхоленск. Его на картах нету. А вот на фото, понимаете, это 1731 год. Это еще до победы в Великой войне, Великой Тартарии. Понимаете? После этого исчез уезд, и многие другие уезды исчезли. Геноцид Екатерины II был проведен мощнейший. Ну, это не фотография 1731, я не понял, что это рисунок, естественно, но датируется 1731 годом. Вот не я датирую. Теперь 84-е фото. Это, значит, Лахор. Ну, я сейчас уже не помню, он или в Пакистане, или в Индии. Ну, видите, то же самое, музей. А архитектура та же самая. Видите, то, что называется четверик, значит, основа, четыре, значит, маленьких башенки по краям, один купол посередине. Вот с моей точки зрения, это, опять же, отражение, когда мы смотрим с одной стороны, мы видим три только. Явь, Навь и Правь. С какой стороны ни посмотри, кругом ведическая символика. Опять же, символ трехлистника. Миры Яви, Нави, Прави. Дальше. Да, вот потому Бог и любит Троицу, да? Совершенно верно. И отсюда и Троица, Святая Троица, Святой Отец, Сын и Святой Дух. Это все уже церковники, так сказать, под себя все ведическое наследие подгребают. Ничего не придумают. Просто используют то, что, так сказать, было. А это 85-е фото, это Турция. Видите? Опять же, череда храмов, и посмотрите, какие навершия. Там нет ничего сверху, никаких полумесяцев, ничего. Чисто ведическое. Точно такие навершия в Индии. Если вы почитаете вот работы этих двух авторов, которые в конце приведу, то они как раз и ссылаются про это, рассказывают про это навершие, что кругом одно и то же. Кресты мы уже как-то обсуждали в предыдущем, значит, беседах о том, что был трехлистник везде сверху, а потом еще, значит, присобачили, грубо выражаясь, крест христианский и полумесяц. А было совсем иное. Это сейчас мы, так сказать, перейдем к этому чуть дальше. Сейчас посмотрим. Видите, то же самое. Это, значит, опять же, разные архитектурные сооружения. То есть, вот мы смотрим, опять же, здесь четыре купола с левой стороны и на четверике, и один посередине. А видим, мы так вот смотрим, только три. Если снизу стоять на земле, мы вот этих двух там сзади не увидим. И с какой стороны повернись, опять же, то же самое мы видим эту Троицу. Это Вологодская область, Устюжна. Как они пишут, церковь Казанской иконы Божьей Матери. 1694 года эта церковь. 86-й рисунок получается. 86-й рисунок, совершенно верно. Теперь 87-й. Это Троицкая церковь в селе Подолец, Владимирская губерния, Владимирская область. Написано «Общий вид с юго-запада». И опять же, видите, что мы здесь видим? Количество глав другое, да? Четыре и еще одна там сбоку. Но это дополнительно. А эти четыре все равно, они на четверике расположены. И если сделать фотографию с другого ракурса, то мы увидим, что это там пристройка или на каком-то другом. Вот эта вот луковичка, она расположена на другом каком-то куске здания. Вот. И вот видите, какие лестницы широкие, большие. И есть такое понятие в архитектуре, что существовали вокруг храмов гульбища. Если мы залезем в словарь Даля и
и прочитаем, что такое гульбище, это места для прогулок. Вопрос. Это чё ж прихожане, по каким этим? Они были большие вокруг этого храма, и на высоте, и под крышей, как вот здесь, здесь каменная, а там по всему периметру. И вопрос, а для чего же это гульбище такие устраивают? Не попам же самим, а просто храмы, они были и храмами, и школами. И детишки, когда учились, перерывы были. А зимой в ненастную погоду, зимой-то еще ладно, бегать вниз, снежки поиграть, повозиться. А в дождь-то вслякать грязь. Вот и гульбище и устраивали, и детишки там и прогуливались. И была там наглядная агитация, как сейчас говорят, на досках, росписи на стенах, на потолке, на храмах. И на стенах, как я уже говорил, на двух храмах, которые церковь не может никак объяснить, в городе, значит, Георгиевский собор и, значит, второй собор, запомнил, и во Владимире, да? И там эти вот животные, все для детей это все рисовалось. И вся эта символика, и трехлистники, все это рассказывали учителя, жрецы или волхвы, мы не знаем кто, ну, были учителя. И это еще традиция сохранилась. Остатки, рудименты этого, что это были школы. И, значит, такое количество церквей, ну, нет необходимости. А вот храм в каждой деревне, школа, да, вот это необходимая вещь. И вот рудименты остались с воскресной школы, как рудименты, до сих пор в церквях. Сейчас, раньше были, по крайней мере. И строились эти школы на определенных местах, на возвышенностях, выбирали, знающие, ведущие люди выбирали. То есть, где положительная энергетика, как говорят, значит, то есть, где нормальные зоны, не геопатогенные. И выбиралось это место, а потом там строили. А для чего? А для того, чтобы вот эти все купола разной формы и разного, они являются, как и пирамиды, являются линзами. Ну, пирамиду все знают, да, опыты школы помнят, что когда, значит, через призму или такую пирамиду, пирамидку пропускает свет, он разлагается на семь светов, да, белый свет разлагается. То есть это линзы. А если кто-то еще изучал, значит, физику, радиолокацию, то знает, какие там, это же тоже излучения, понимаете, идут. И они, проходя через структуру, они тоже и имеют такие формы эти. То есть наши предки раньше знали, как устроена природа. Знали, что наша Вселенная состоит из семи первичных материй, что это свет, и поэтому семь число сакральное. И вот знали, что вот положительные потоки, когда строят здания на вот таких участках местности, где проходят положительные потоки, они способствуют, проходя через эти купола, как через линзы, они создают внутри такую мерность, такие качественные условия, которые способствуют лучшему усвоению информации у детей. Представляете, какая была цивилизация? Перейдем к следующему, 88-му. Это, значит, картина. Китай, замок. Значит, уже Китай захвачен этими, там, или англичане, или кто-то там, видно, стоят военные на переднем плане, в форме, да, в эполетах, то ли англичане, то ли еще кто-то, не знаю. То есть попытка уже Китая, значит,
колонизации Китая. И вы видите, какой замок, чисто ведически, посредине трехлистник, на левом и на правом, значит, этих шатровых, как говорят, крыши, опять же, трехлистники. Видите, символы. И никаких ни китайских атрибутики нету. А теперь переключите на 89-й фотографию. А это вот то, что осталось. Это старая фотография от этого замка. И 90-е – это тоже фотография, что осталось от этого замка, только вид другой. И видите, совершенно не китайская архитектура и совершенно не китайские украшения, а все ведическое. И если желающие, я просто не приводил, есть много фотографий, есть фотографии, где китайцы идут с работы, там это старое, где-то 900-х, может быть, еще раньше фотографии прошлого века, идут мимо и смотрят, несут там это сено, солому, и смотрят на эти разрушенные руины замков и не обращают внимания. Так же, как они возделывают поля на склонах, рядом со склонами пирамид, которые уже усеяны этими деревьями, специально засаживаются, чтобы скрыть, что это же не они пирамиды строили, так и эти дворцы не они строили. И вот это я привел три, значит, фотографии про Китай, что там тоже была цивилизация русов. И это отдельная тема и долгий разговор. Вполне возможно, я об этом напишу в новой книге. А теперь переходим, значит, к последней, заключительной части. Значит, о символах поговорим. То есть... По-русски о знаках. Вот я как раз хотел... Правильно, Алексей меня чуть опередил. Я как раз хотел вернуться... Эх, вперед, Элиза. К Далю. К Далю. Алексей правильно сказал, что о знак. Так вот, символ у Даля – это с греческого. То есть, что это такое? Сокращение, перечень, полная картина, сущность в немногих словах или знаках. Второе толкование, там же приложение. Изображение картинное и вообще чертами, резами, знаками с переносным и иносказательным значением. И, как пример, он приводит примеры. Там, я только парочку вам примеров приведу. То есть, например, шар земной в руке, золотой шар у властителей. Там царей показывают наших, Алексея Михайловича и прочих, Романова. Все они с этим шаром. Называется держава. Да? Угу. Держава. Символ власти. То есть шар земной в руке. Дальше, например, треугольник, как они считают, Даль пишет, это символ Троицы. А треугольники мы, я скажу чуть-чуть позже. А теперь, пожалуйста, откройте 91-е фото. Это актер, советский актер Черкасов. В фильме он играет Ивана Грозного. И видите, в руках у него посох. А на посохе трехлистник. И сверху крест. Но не церковный крест, а славянский крест, который символизирует круг. Солнце. Так вот, 92-е фото – это, значит, фотография из московского Кремля. То есть это из музея на Красной площади, Государственный исторический музей. И видите, посох. И написано «принадлежит митрополиту Петру», принадлежал, который был митрополитом 1308-1326 год. Как видите, советские кинорежиссеры достаточно хорошо, и художники, изучали быт и, так сказать, архитектуру, время, ну, пытались, по крайней мере, и пытались передать, вот Черкас, видите, актер Черкасов, он как раз изображает Ивана Грозного, и видите, у него такой же этот, значит, жезл, и видите,
ведический знак, трехлистник. Нам сообщают, что он принадлежал этому митрополиту Петру. Откройте, пожалуйста, 93-й фото. Это фотография из Египта, значит, в Карнаке. Это обелиск. И видите, на обелиске опять дерево жизни из трех листников. Два внизу и третий вверху. И каждый из трех листников еще и, опять же, символизирует общий трехлистник. То есть слева там, и справа миры Нави, Яви, и сверху Прави большой. Видите? Вот везде одно и то же. Теперь 94-е фото. Это Индия. Известный, я этот храм уже не привожу, он на слуху у многих, кто не знает, тут можно найти фотографию. Тадж-Махал. И интересная история там, почему это построили, этот лирическое. Ну, почитают, я не буду распространяться. И теперь видите, навершие какое? Точно такое же, как мы только что смотрели Тобольское здание, рисунок, я вам сейчас скажу, 79-й, Тобольск. Смотрите, сопоставьте, один в один, что в Тобольске, навершие какие, и что мы видим, значит, в Индии. А теперь 94-й, это я просто увеличил этот верхнюю часть навершия. Видите? Опять же, мы видим трехлистник на самом верху. Дальше круг символизирует солнце или сваргу, всю, весь это сварожий круг. И это серп Луны, которая осталась ли единственная у Земли. 95-й рисунок открываем. Это, значит, рисунок креста, который был на одном из храмов в Новодевичьем монастыре. Тут цифры написаны плохо. Год, по-моему, 1700 или 1600 какой-то. А теперь, если вы можете увеличить, то увеличьте. А я для тех, кто не может увеличить, там привожу 96-й рисунок. Это кусок того же креста на этом же храме. Вы видите, он весь сделан из свастик. Прямая, правая и левая чередуется. Сверху, опять же, трехлистники. Явь, нафи, правь. Значит, опять же, кресты опять заканчиваются свастикой. Это, наверное, Гитлер пробежал там это. Да, и свастику расставил. Нас все пугают, пугают этой пугалкой. И вот, видите, кругом свастики. Вот мы перешли к символам. А теперь 97-я фотография. Это уже Кремль, здание, запомнил, как он называется, в Московском Кремле, старые эти... Ну, не буду отвлекаться. То есть, видите, здесь уже модифицированный. Если увеличить, то здесь не... Я просто могу увеличить, вы сильно увеличить. Здесь не свастики уже, а здесь просто какой-то рисунок, трудно различимый, похож на трехлистник. Но, тем не менее, ведический, понимаете? И вот, видите, крест вверху, где явь, нафь и правь, и еще эти художники говорят трезубец, да? А это, в принципе, показывается солнце. То есть центральный вот этот круг солнца с лучами. То есть солнечный культ. А противовес – луна, лунный культ внизу. Она под солнечным культом. И видите, все вот такие все кресты. И тоже маленький шарик тоже вот есть, надо обратить внимание, как совершенно и там верно. Тоже присутствует. Вот это обязательно присутствует. Это вот эти детали, я сейчас просто уже в них не углубляюсь. Есть по этому поводу толкования различные. Но, значит, мы и так задержались, у нас еще вопросы будут. Нам надо сейчас быстро проскочить.
И что я хочу сказать? Есть множество гравюр, и там именно вот такие кресты над Московским Кремлем и стоят. А наставили обычных, вот фальсифицируют, ставят этот христианский крест. А стояли именно ведические кресты. Не могла. И, понимаете, это, многие гравюры и рисунки – это 17 века. А это времена как раз вот, раскола, так сказать, Никоновского, да, когда подмена, когда навесили на православие всех, на православные праздники всех святых, и так вот нас обдурили Никон. Теперь переходим к следующей. Это 98-й фотография. Это я сделал фотографию в центре Москвы. Значит, это на Малой Ордынке, это называется храм в Пыжах. И видите, здесь все то же самое. И здесь вот эти же кресты тоже такого же плана, только если их увеличить, они уже тоже немного модернизированы. Но они все равно, значит, там лучи такие же распространены, как солнечные. Понимаете, опять же, солнечные, те же трехлистники на каждом из этих частей креста и сверху. Все одно и то же. Понимаете? Вот так нас обманывают. А реально, и говорят, что это православная церковь, православная, это ведические храмы. Это нет, только они же по чесноку говорят, православные на самом деле православные. Нет, православные, да, правильно. Но навешивают на религию, к нам религию. А религии у нас не было. У нас было мировоззрение, ведетра, просветление знания. То есть цивилизация космического развития, а нам говорят рабы Божьи, понимаете? Вот и вся разница в двух словах. А теперь открываю 99-й рисунок. Видите, опять же трехлистники. Это барельеф откуда? Из Ирана. И все то же самое, трехлистники и дерево жизни. И опять же, видите, центральные трехлистники в виде цветка большой, а по бокам Навь и Явь, а Правь большая и так далее. И вот кругом одни и те же символы. Теперь это фотография из Ватикана. В Ватикане я сделал. Это видите? Это какой? Сотую? Это сотая, да. Барельеф в Ватикане. И он называется... там я в интернете нашел, написано «Из Малой Азии». Точнее, «Из Малой Асии». И видите? В скорбной позе сидит женщина. Видимо, потеряла то ли мужа, то ли сына. Потому что, видите, на заднем плане атрибуты меч, этот секира. Дальше щит, и на щите, опять же, трехлистник, ведический символ. Это Ватикан. Ребята из Ватикана привезли его из Малой Азии и прилепили себе на одну из стен Ватикана снаружи. А женщина такая, азиатка-азиатка прям такая вот. А женщина типовая прям, азиатка, славянская. Да, прям такая монголоидка-монголоидка. Прям вот вся Россия такая. Теперь 101-й рисунок. Это английский город Кембридж. Это один из там, значит, колледжей по-английски. Кейбл колледж и церковь. Якобы церковь. И теперь смотрим, если увеличить, опять же ведический храм. И если посмотреть на самый верх, то на коньке или на то, что называется, на, как крыша, да? Конек, да, когда крыша сводится, конек, правильно? Да там, опять же, трехлистник, заменили крестом. А вот по ребрику вот этой крыши, по ребру верхнему, там, если увеличить, там трехлистники, их не заменили. Если вы увеличите и посмотрите, там трехлистники через определенное... Значит, с определенным шагом, так, трехлистники. И это не только в Англии. А кругом, видите, пирамиды. Нет, тут трехлистники видны еще, где стоит статуя, где, кстати, дяденька протыкает горло какому-то там существу, похожему на дракона. Совершенно верно. То есть, я только хотел сказать, это символ... Алексей опередил.
Это символ Москвы в такой прямой. Якобы Георгий Победоносец. Ага. Мы сейчас еще это Георгий. И вот там, я почему говорю, и там как раз отрехлистник-то как раз он тоже присутствует, если внимательно посмотреть. Я просто прошелся по крыше, они существуют. Дальше, видите, там сбоку есть пирамидальные такие пирамидки, да, ниже по периметру крыши. Они в виде пирамид, и на них тоже трехлистники, только заканчивается уже крестом, не таким, как в Москве, который я в Новодевичьем монастыре вам показывал, а уже англичане уже переделали. А остатки вот этого ведического креста остались, видите, на, справа, на черный такой крест, и у него еще остались остатки, то, что я сейчас вам показывал на ведических крестах, на московских. Я просто смотрю вот на это все, и ремезовский, если рисунок взять, то очень сильно похоже. Совершенно если, так, верно. Да, и то, что в Тобольске там тоже похоже, очень сильно похоже, перекликается. В том-то и дело. И посмотрите дальше окна, там витражи, там та же вязь. Вот эти же, опять же, трехлистники ниже, ниже каждой пирамидки, если мы спускаемся вниз, мы там дальше... скульптурки каких-то святых стоят, да, а над святыми опять же трехлистники. Понимаете? Ну, взяли, заменили святых, в ниши вставили, и все. А все-то остальное ведическое, как было, так и осталось. И как правильно сказал Алексей, и вот даже там над центральным входом, там дверь, да, вход, портал, опять же ведический старый крест. Видите, не католический такой с длинным вниз, а ведический. И в конце он концы из трехлистников. А тут то ли овца, то ли еще какое-то животное. Но оно опять же обрамлено трехлистниками. Вы понимаете? Все сохранили. Теперь переходим дальше. Это уже Бельгия. 102-е фото. Это, значит, из моего архива товарищ ездил. У меня друзья, когда ездили, я всегда просил фотографировать. Он большие у меня архивы в этом плане. И вот здесь... это прям русское зодчество, вот как я смотрю журнал. И вы видите, впереди откройте тот же, опять же, рисунок. И вот сейчас, секундочку, сейчас, вот башенку, если посмотреть наверху, центральную башенку, ну, вот в Москве это все увидите. Алексей, вообще я с одним говорю, я ваши мысли читаю. И я откройте 79-й Тобольск, аналогичнейшая башенка, один в один, откройте 79-й и сопоставьте. А сейчас мы смотрим с вами какой рисунок? 102-й, так? И вот тоже... Будет, у нас парад, когда парад будет 9 мая, вот обратите внимание, там часто сверху показывают, вот будет как перед тем, как на Красную площадь входить, вот сверху будет лететь вертолет или квадрокоптер, как там они называются, да, будут снимать. Обратите внимание, вы вот это все увидите один к одному. Совершенно верно, правильно, Алексей. Замечательное дополнение. Замечательно. И вот, возвращаясь к 102-му рисунку, где Бельгия, это город Брюгге. И вообще это суд. И он построен где-то 1290 года, я там поинтересовался. То есть, когда все еще было в Европе ведическим. И опять же, то, что Алексей пометил, видите, тоже с крыльями только стоит, типа, святой Георгий Победоносец, и опять же давит копьем змея. И теперь посмотрите на крышу этого, опять же, там сплошные трехлистники на крыше. И трехлистники в художественном обрамлении. Куда ни плюнь, все ведическое. Поэтому... Ну, в общем, да, и здесь тоже он там втыкает копье, и там тоже в Кембридже втыкал в копье. Совершенно верно. Везде и вот посмотрите внизу окна, да, а над окнами, или там кругом трехлистники, или то, что называется троица. Яд, нафиг и правь. Все кругом трехлистники. Если они честные люди, то они должны нам заплатить за то, что слезали эти сюжеты. Вот. А если они совсем честные люди, должны признать, что это все было одно и то же. Вот здесь у них два варианта. Или они честные, или они совсем честные. Если они честные с точки зрения цивилизации, то тогда будьте добры, за плагиат денежки заплатите. Если вы совсем честные, тогда признайте, что у нас все одинаково, и мы братья, и нам воевать нечего. В том-то и дело. И теперь вот то, что сначала Алексей обратил внимание сверху, видите, над этим, где Георгий Победоносец. Там опять же два этих с флагами шпиля, и между ними пять штук трехлистников, и ниже трехлистники. Кругом явь, правь и нафь.
Яфнафи прав. И все. И дальше эти розовые башенки пирамидальные, все, кругом пирамиды. А теперь смотрим, переходим к следующему. А это уже Глазго, Шотландия. И здесь все то же самое. Видите, сверху на коньке трехлистник, по бокам тоже трехлистники. А что такое Глазго? Это Шотландия. И мы в предыдущих передачах говорили, что пришли англичане и пишут, что вот этот старинный этот собор и Глазго вообще, значит, он туда пришли в 4 веке нашей эры. А пришли кто? Пришли славяне, скифы. И слово Глазго по-английски, Глазго. Глаз – это глаз, русское слово. А go – это идущий. То есть что такое? Сначала идет впереди отряды, разведка. Передовые отряды пришли и сделали, и поставили город. В честь себе назвали. Мы передовые, глаз идущих. А если еще версия есть, вот я предлагаю такую еще версию рассмотреть. Глаз управляющий. Потому что go может рассматриваться как управление. Вот государство, да, например. Вполне, да. Вполне. То есть здесь можно еще... Я на своей стопроцентности не... Версии не... Вот, вполне возможно, что это был какой-то центр ведический здесь находился, из которого происходило управление какими-то регионами того... Я напомню просто, что я в предыдущих эфирах вам показывал старую карту Меркатора, из атласа Меркатора 1610 года, где Шотландия, написано «Скотланд», «Земля скотов», это для нас Шотландия, а по-английски «Скотланд» или «Скотлайн», то есть «Земля скотоводов». И там написано «Русия». Я показывал эти фотографии этих карт. Так что наши с Алексеем версии не беспочвенны. Значит, теперь 104-й, распятие. Я, к сожалению, запамятовал, и сейчас уже не буду рыться, а откуда эта фотография, не помню. Но опять же, видите, это чисто ведический храм. И... Здесь распятие, вот следующий, 104-2, я сделал этот увеличенный просто, чтобы показать, что сверху, видите, на этих двух пирамидках, где распятый Иисус, два трехлистника, видите, чисто ведическое. И по бокам еще зелененькие такие пирамидки маленькие. И там тоже трехлистники. И везде одно и то же, трехлистники. И над головой Иисуса тоже трехлистник, только в такой форме, как вы видите. А это 105-й рисунок, фотография. Ведические символы в Индии. 106-й то же самое. Тоже ведические символы. А вот на 105-м и 106-м я уже говорил ранее, а теперь просто повторюсь. Видите, драконы мира Нави. Нарисованы скульптуры. И сверху, и с боков, а на 106-м они с боков, справа. А рядом, и сверху. А рядом стоит статуя воина с бородатого в шлеме. Рядом щит держит в кольчуге славянин. И слева тоже в этих... люди, видите, да? И слева и справа опять и драконы мира Яви и Нави. И мира Нави. А сверху, видите, ведические символы. И свастика, и другие. Это все, что принесли. Вот так отражены походы. Теперь 107-й. Значит, это Турция. Видите, свастика. Вязь, свастичная вязь. Гитлер пришел, вырубил и ушел обратно. Да он прям вообще вездесущий какой-то. Реинкарнировался в 41-м году. Это какой-то прям, я не знаю, бес какой-то. Он прям вездесущий, везде залез, везде свастик там понаделал. Да. Прям. И, вот видите, а на соседнем, где свастика, там ведические символы трехлистника, из трехлистника. Видите, только он вниз повернут. Теперь
108-е фото – это храм Симеона в Алеппо. Все, у всех на слуху, что такое Алеппо, да, Палестина, паленый стан. Палестина – это паленый стан, за который сейчас наши ВКС и наши воины бьются с паразитами. И видите, здесь свастичный орнамент на этом храме. Ну, храм уже как бы Симеона написан, это ведический храм. И здесь, опять же, свастичная вязь. Видите, какая вот здесь такая колонна, снизу эти листики, а сверху вот и свастичная вязь. И дальше она продолжается в правую сторону. Далее, 109-й. Это потолок в храме в Пальмире. А теперь я фрагмент этого потолка увеличил в следующем рисунке, 110-й. И смотрите, что здесь. В левом 109-1, наверное, 109-1, да? 109-1, извините, оговорился. 109-1. Значит, это пирамида, я написал Пальмира, пирамида и свастика. Значит, видите, свастичная вязь в левом нижнем углу. Здесь символы, значит, в виде, вот, посередине таких, историки их называют розетками. Они это все называют розетками. А вот, видите, треугольники, квадрат и опять же треугольники. Они все так соединены. Треугольник, квадрат, треугольники. Это вот, если с точки зрения геометрии смотреть, это развертка пирамиды. Если пирамиду разложить в плоскости, да, а потом, если все эти грани поднять с четырех сторон, то они как раз сойдутся и будут пирамиды. И видите как? Так вот, что там внутри пирамиды-то. Если ее развернуть, как бутончик, пирамиду сверху, то внутри будет цветочек, розеточка. Цветочек. Все понятно. А что за цветочек? Из четырех лепестков. Это вот надо думать, и это толкование надо соображать. Что же наши предки такое интересное вложили? Видите, какие интереснейшие вещи, да? Только да, надо быть чуть-чуть наблюдательным и видеть это. Да, но вот опять там Гитлер вот насвинячил, опять он там в левом углу. В левом нижнем углу. Прям кошмар теперь, какой-то. Теперь 110-е фото. Это называется итальянское, это в Италии, значит, Санта-Кроче, храм Санта-Кроче, святая Кроче. И сверху что мы видим? Значит, я 110-1 специально увеличил. Мы видим якобы звезду Давида, а по-другому это называется, как она, запомнил, гексаграмма, шесть концов, да? А вообще-то это, опять же, наш это ведический символ, который фальсификаторы приватизировали. Первый, она состоит из двух треугольников. Первый треугольник равносторонний, вершины направлены кверху. Это он символизирует миры Яви и Нави. А второй треугольник вершиной направлен вниз, большой. Он весь символизирует мир Прави. А внутри, вы видите, круг из сворожий круг, и эти лучи, свастика, опять же свастика. Ну, внутрь что-то они там влепили в виде креста, но очень трудно понять. По звездочке, видите, по, значит, между лучами этого, и два трехлистника стилизованных, опять же, Явь, Навь и Правь. Такой вот стилизованный... Значит, очень во многих итальянских храмах, и не только итальянских, существует вид трехлистника. Их вообще огромное множество. В одном ведическом соборе, собор Василия Блаженного, там такое огромное количество. Я в книге привожу несколько фотографий, которые я там нафотографировал. Какое там разнообразие стилизованных, опять же, форм трехлистников, шестилучевиков и так далее. 111-й. Это, опять же, опять я забыл, как это храм называется, но, опять же, солнечный культ. Вот посмотрите, сверху
я опять же увеличил, 112-й надпись «Солнечный культ». Видите, солнце, солнышко, улыбающееся, там, если увеличите, улыбается оно, светит и лучи. А по бокам, опять же, два трехлистника. Ну, написали они тут дальше по латыни. А впереди, видите, обелиск. А на обелиске опять что? Трехлистник. И помните, это в Италии, я не помню, какой город, боюсь соврать. Вот. Это трехлистник. И мы его обсуждали, что вот так все и было одинаково и в Египте, и в Италии, и в Германии, и везде, то есть в нынешних. А раньше это была одна вся Евразия, это Асия, Европа и Азия вместе, славяно-арийская ведическая империя, и одна и та же символика. И в заключение я привожу фотографии собора Василия Блаженного. Внутри я уже не стал приводить фотографии, мы так уже говорим долго. А видите, те же самые символы на соборе Василия Блаженного. И пирамиды, и эти кокошники, и, значит, эти свастика. То есть, вот видите, витые купола, если на них посмотреть вид сверху, это вот как раз будет свастичные. И внутри этих куполов там и нарисовано свастичный символ. И внутри, я в книге привожу, я здесь не привел, там куча свастики, и все проходят, и не видят ее, потом раскрасили, подкрасили картинками, но она видна. И правая, и левая свастика, правосторонняя и левосторонняя, одна заверна в одну сторону, в другую. И огромное море трехлистников. Так что, видите, начал я лекцию, эту беседу, не лекцию, а беседу, с того, что говорил о, значит, работе и двух авторов, сейчас я вам скажу, Рачинский и Федоров, значит, называется эта работа «Русская церковь», доклад точнее, «Хранительница народной дохристианской культуры». Вот я ее прочитал где-то в конце первой части там, 2015 года, сейчас 2016, там у меня на экране. Желающие, кто хотят, интересуется, может почитать, посмотреть. И вот там авторы впервые анализируют, впервые, что значит, по отношению к традиционным историкам и архитекторам, кто рассматривает нашу прошлую историю с точки зрения 988 года и крещения, значит, Киевской Руси, откуда пошла наша якобы вся история. И все это дала нам Византия, и, значит, архитектуру, зодчество, хотя эти слова и были до того, и архитектура греческая. И вот и впервые эти авторы, значит, провели системный, вернее, сравнительный анализ и сопоставили. Вот кроме, значит, типологического анализа, я уже говорил, сравнительного анализа, значит, архитектурных элементов, навершие, там, куполов и прочее, они увидели близость и индуистских храмов, значит, российских и этих в Иране. Ну, а мы с вами пошли немножко дальше, чем эти авторы, и, значит, увидели, что близость не только и не близость, а все дали русы, принесли они и в Индию, и в Европу. И все это было ведическое. То есть приносили ведическую культуру, знания о ведизме и, соответственно, ведические символы и ведическое зодчество. Благодарю за внимание. На этом я закончил. Перейдем к вопросам, наверное. Да, да. Я хотел просто уточнить, что вот мы здесь коснулись того, что слово «символ» не наш, а вот «знак» наш. Вот прекрасное слово «знак», то есть «знать» и «как», да, то есть он в себе заключает знания, объединенные вместе. Поэтому вот «знак» все-таки, мне кажется, ближе. Итак, согласен, Алексей, поправка принимается. Нет, это не поправка, это мысли вслух. Нет, правильно, потому что я и говорил. Просто мы уже привыкли к этим словам, понимаете, они у нас на языке,
А ведь я читал далее, и он и говорит именно знаки. Угу. Правильно, как вы говорите? Да, да. И теперь давайте уже к вопросам перейдем. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Лен Григорьевич, стремление к несоразмерно огромным конструкциям в архитектуре – это пережиток эпохи поклонения гигантам? Еще раз, я не нашел еще этот вопрос и вот взевал, пока включался. Владимир из Мытищ написал, что стремление к огромным конструкциям в архитектуре – это пережиток эпохи поклонения гигантам? Нашел. Или как это? Для чего такие огромные архитектурные? Ну, понимаете, нам трудно сказать. Дело в том, что я уже говорил, то есть как версия это вполне принимается. Это не стремление, просто уры, которые, так сказать, в Индии, по крайней мере, мы имеем же архитектурные сооружения этого плана в Индии, да, у нас остались только разрушены колоссальные мегалитические сооружения в Сибири, на Дальнем Востоке, на Камчатке и так далее, пирамиды. Но это все предыдущие цивилизации, а то, так сказать, то, что было 110 тысяч лет тому назад. А вот несоразмерно огромные конструкции я бы не сказал. Дело в том, что мое мнение вот какое. Тут надо понимать, что я уже говорил в своих предыдущих передачах и рекомендую еще раз почитать многим книгу Николая Левашова, русского ученого, «Сущность и разум», два тома. Потому что у человека это не только физическое тело, и в этих зданиях находится не только физическое тело, находится сущность, понимаете? А у уров размеры сущности такие огромные были, что их в комнату 2,75 высотой не засунешь. Понимаете, поэтому, вот, как вы написали, несоразмерно огромной конструкции, это с нашей точки зрения. Я думаю, что значит, сооружения, которые были в Даарии, по крайней мере, по тем описаниям, которые остались, ну, там гора Мира, и что там были какие храмы, они были еще больше. И здесь не, так сказать, не в амбициях, не прочее, это требование как бы реальности. Но это долгий разговор, я вот только ограничусь этим. То есть человеческая сущность, мы имеем не только физическое тело, а человек разумный имеет как минимум еще три тела, понимаете? И дальше, чем больше человек развивается, он нарабатывает еще другие тела. И вот нулевой цикл развития составляет 7 тел. Индусам передали азбуку славяно-арийских вед, да, они ее неправильно поняли, да еще и потом исковеркали, переделали под себя, как поняли. После того, как Александр Македонский пришел, веды уничтожил, его же задача была, хоть он и славянин, а пришел, и, кстати, в Велесовой книге он описан как темный воин. То есть хоть он был славянин, а задача была прийти, уничтожить Велесову книгу. А к вашему сведению, Велесова книга была на, по-моему, 12 тысяч шкур быков написана. Даже просто, чтобы привезти ее, представьте, сколько подвод надо было, чтобы во время этих дровицких походов. Так вот, индусы поняли, что 7, значит, тел, когда человек нарабатывает, это все финиш, это нирвана и конец развития. Это согласно их индийским ведам, потому что они наши веды переврали. Как поняли, так и поняли. И вот сейчас, замечаете, почему-то социальные паразиты дают полную свободу, чтобы нам, потомкам русов, у которых были эти ведические знания, почему-то дают полную свободу проповедовать им вот эти все учения индуистские. Никаких телевидений предоставлено для них, книги печатают. Вон, пойдите по Москве, кругом кришнаиты ходят летом, когда тепло. Вот. То есть внедряется другая идеология, неверные знания, понимаете? И реально, то есть нулевой цикл развития на планете Мидгард-Земля – это как раз 7 в нашей Вселенной, 7 тел.
А человек может наработать за свою жизнь миллионы, триллионы. Об этом написал Николай Левашов. То есть старайтесь развиваться. Полный смысл развиваться. Ну, а когда, может, мы и будущее поколение доживут, когда будет совершенно другая архитектура, не та, которая сейчас в виде пятиэтажек, девятиэтажек. Я хотел только от себя тоже еще маленькое такое дополнение сделать. На мой взгляд, все-таки не индусы переврали, а было упрощено учение древнее для того, чтобы те народы, которые находились тогда в такой очень тяжелой ситуации, могли это учение воспринять, исходя из их образа жизни, из их культуры, из их генетической основы. Потому что коды, которые для одного народа, они могут не подходить, которые даны для одного народа, они могут не подходить для другого народа. Все-таки у нас множество народов со своей генетикой, со своими родами. Где-то вот это ложится, где-то другое ложится, где-то вот так надо говорить, где-то вот так. Поэтому и отличаются, например, так называемые восточные единоборства, они, конечно, замечательно, хороши, все здорово, но когда начинает изучать человек нашего вида, ну, там не все клеится, и он делает несколько по-своему, он что-то добавляет, он не может это все делать. Вот японец, китаец, они все замечательно, кореец там делают, все здорово, отлично, а нашему что-то надо добавлять. И он добавляет такое, что они не могут понять, а как это он сделал, что мы вот все по школе, а он как-то по-другому, и у него все там мощнее получается. Вот это, что такое за стиль, за шибу? Да? Вот. И поэтому все очень просто. Когда пришли туда, посмотрели, как там живут народы, какая у них генетика, и просто-напросто взяли, чуть-чуть переделали под них, упростили, может, где-то что-то добавили, чтобы они могли это воспринять и перестать друг друга уничтожать, перестать нарушать законы. Какое-то время это действовало, но со временем, как говорится, кровь берет свое. И, в общем-то, сейчас что там творится местами, мы можем смотреть, содрогаться. Но хотя почтение к тем, кого они считают учителями, кто им принес знания, осталось. Поэтому вот как-то я на эту точку, на эту сторону смотрю, ну, со своей точки зрения. Здесь, я понимаю, я здесь не соглашусь с вами, потому что вот индусы же говорят, что у них почтение осталось к учителям, но они не говорят, что это русы пришли. Они же не, по всему миру об этом не говорят. Это первое. А по поводу вот единоборств, ну, у вас же выступал на радио Алексеев, да, такой писатель, он рассказывал про казачий спас. То есть казачий спас – это такие техники, которые, так сказать, никакие единоборства китайские и прочие и в подметки не годятся. Единственное, что я с вами соглашусь, что на самом деле дали азы, дали, ну как, грамматику и это, азбуку. То есть начальные знания дали, не давали высшую математику или квантовую физику, а дали азы. Ну вот, что извратили, то извратили, потому что это не я придумал, что извратили, это говорится в самих же ведах. Вы, если почитаете веды, там у них же, смотрите, кругом боги-то какие? Вышень, крышень у нас, да? А у них Вишну, Кришна. Это все извращение, все под себя, понимаете? И это просто один из примеров, там я могу приводить много. Ну, пойдем дальше, потому что вопрос еще есть. Ну да, да. Хорошо. Реплика в эфир из Ютуба от Федора Толмачева. Где эти волхвы? Чего они до сих пор спят? Уже всю землю завоевали. Вопрос не ко мне, к волхвам. Да все очень просто. Было время, нужно было спать кое-кому. Пришло время, кто-то начал просыпаться. Вопрос, а проснулись ли мы? Готовы ли мы эти учения воспринимать? Готовы ли мы двигаться? Ну, никто же не кричит. Где же это солнце, когда наступает ночь? Солнце-то на месте. Вопрос, что происходит на Земле, почему наступает ночь. То же самое и в других местах, и не только на Земле, но и в нашей Солнечной системе, также есть и в галактике, и так далее, и тому подобное. Поэтому всему свое время, каждому овощу свой фрукт. И если вы придете собирать плоды яблони где-нибудь в начале весны, как только еще снег сходит, то на вас будут смотреть как сумасшедшим с корзиночкой. Вот. Каждый фрукт в свое время поспевает, и каждый цветочек в свое время цветет. То же самое здесь. Вопрос эфира от Данила. Здравия с ведущим. Лен Григорьевич, в ваших научных изысканиях о зодчестве русов что более всего вас радостно впечатлило и запомнилось? Благодарю за ответ.
Ну, вообще, у меня, знаете, не только в зодчестве, в этих изысканиях, то, что я в зодчестве искал других, я еще и другие разные, то, что интересно было. И не хочу сказать, что я всюду там это рос. То, что интересно, на самом деле, и в этом рос. Тут, что меня впечатлило и запомнилось, это то, что я нашел подтверждение в трудах. То, что я накопал для себя, я делился, конечно, с товарищами, но чему-то, кстати, я приходил, значит, многих это говорили, ну, ты слишком перегибаешь, даже друзья говорили. А вот в трудах Николая Левашова я нашел подтверждение. Я понял, что я не ошибался. Это очень приятный момент, когда находишь подтверждение, потому что традиционная история и другие науки, они на эти вопросы ответов не дают. Поэтому я рекомендую изучать труды русского ученого Николая Левашова. К сожалению, труд его по истории запрещен, но читать не запрещено. Ищите в других странах, в Беларуси, на Украине, он там не запрещен. Читайте. Я, Гриша, вопрос вы следующий. Интересно, а что там на кресте выше месяца, собственно так? Инь, янь? А вопрос Гриша. А на каком кресте, какой рисунок, если может? Ну, в общем, на том. Идем дальше. Гриш, напиши. 95-й или 96-й? В общем, Гриша напишет, мы поймем. Там свастики, никаких инь и янь. Там свастики одни. Угу. Реплика в эфир из Ютуба от Романа Ефимова. Главное, чтобы РПЦ не слушала трансляцию. Они же не знают, наверное, про кресты ведические, а то побегут срезать и ставить новую. Это точно, побегут. Завтра же. Они все знают прекрасно, молчат. Угу. Гриша написал, 105-й вроде рисунок был. 105-й? Угу. 105-й. Что там у нас на 105-м-то было? Это там ведические символы. А над инь-янь... Так, инь-янь я не вижу. Вообще инь-янь – это китайские термины. А у нас-то это совсем по-другому. Ну да. У нас, если так внимательно... Я не вижу здесь ни инь, ни янь. И я как-то тоже их не заметил. Наверное, погулять ушли. А вот он привел 95-й номер, где увеличенный крест. А, ну вот, это наводящий. Там нету ничего, там одни эти свастики, левые, правые. Никаких иний-яний нету. Везде здесь одни тоже свастики. Они отсюда тоже пошли погулять. Так, ладно. Ладно. Вопрос эфира от Владимира Замутича. Лен Григорьевич, просветите, что за две или три вертикальных палки со множеством поперечин между ними на рисунках Мейерберга, 17 век. Только не подумайте, что это прототипы радиолокационной станции «Дуга». Не очень похоже. А опять, какой номер Владимир не сказал? А он здесь прислал в чате некоторые картинки. Вот я, извините, Владимир, я в чате не нахожусь. Мейерберга. Поэтому я знаю, но Мейерберга. Ну, здесь картинки такие интересные. А что там на этом рисунке? Ну, нарисовано деревня около реки, мостик с правой стороны какая-то конструкция. Это, понимаете, это надо конкретный рисунок смотреть, и что там. У меня есть эти труды этих авторов, но я анализировал, даже в книжке написал по этому поводу, но так не готов ответить, потому что не вижу. Угу. Что-то. Хорошо. Идем дальше. Владимир Замутич, Леонид Григорьевич, просветите, что за две. Так, это уже было второй раз. Повторение. Он здесь сбрасывает ссылки у нас в чате, они есть. А вот, кстати, если ниже пролистать, то они могут там открыться. Ну, это самый альманах. А какой рисунок? Второй или первый? Ну, я думаю, что на втором и на первом. Ну, ладно, это... Так, ну, ничего я тут не вижу. Идет мужчина с палкой, с посохом. И, значит, в общем, рисунок очень слабенький.
деревянные дома, ничего такого выдающегося, ничего нету. С правой стороны, что это такое? Это даже не сооружение. И слева похожее. Клеть, не клеть, не знаю, мне трудно. Надо этот рисунок увеличить, сделать контрастным, и только тогда посмотреть, может быть, я что-то скажу. Понятно. Если увижу. Понятно. Вопрос от Игоря. Книга, о которой говорилось в эфире, «Планета лжи» или какая-то другая? Да, «Планета лжи». Или «Как фальсифицирует прошлое нашей Родины». Угу. Замечательно. Ну вот, в принципе, мы все вопросы прочли, дали ответы, реплики тоже зачитали и из нашего чата, и из канала Ютуба. Можем теперь переходить к заключительной части, говорить что-то, подводя итог сегодняшней нашей встречи, и желать что-то нашим радиослушателям. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить всех слушателей, что дотерпели до конца. Надеюсь, не бесполезно просидели у радио 3 часа. Что-то услышали новое. По крайней мере, я старался это что-то новое до вас донести. Опять вопрос какой-то. Ну, здесь вопрос такой, заключительный, да, там вот на рисунках 30-м, 31-м, 32-м, 33-м, 34-м буржуйский этот сервер, он не первую буковку не пропечатал, вопросительный знак поставил, и там получилось вопросительный знак «усы». Что такое вот вместо вопросительного знака буква «Р» не пропечаталась там у них? «Русы» там написано или что? Сейчас, секундочку. Вот прям с 30-го по 34-й. 30-й русы слово. Николай русы. Сергеевич, русы там написано. Все, определились. Это, ну, я, вот, все. Это я писал русы, мне надо было как-то, чтобы комментировать, искать. Пометить как-то. И вам, да. Чтобы, так сказать. Ну, это уже тот Яндекс нам так подбросил. Ну, не Яндекс, нет, это буржуйский сервер какой-то. Они там, ну, они просто букву «Р», ноту «Р» они не выговаривают. Да. Ну, ладно. Ну, и что я хочу сказать? Хочу поблагодарить, во-первых, да, пожелать вам, так сказать, чтобы вы, ну, по крайней мере, некоторые пишут, люди, я смотрю, уже одни и те же присутствуют, авторы из этих же мест, значит, это им интересно. Значит, я не зря все-таки, значит, излагаю то, что думаю. Ну, поэтому хочу пожелать всем вот интересоваться, по крайней мере, начать интересоваться с прошлым своего народа, русов. Мы не русские. Вообще, слово еще Даль писал, и другие ученые писали, что в русском языке сдваивания согласных не было и нет. И оно появилось после 17-го года. Понимаете, но нам все навязали. Мы русы. А русские назывались подданные русов. То есть француз – французский, англичанин – англичанин, а у нас русский – русский, а мы русы. Вот, значит, желаю многим из вас, кто слушал, продолжать интересоваться прошлым наших великих предков, нашей великой Родины. Мы имеем величайшую историю. Если бы у нас это и не было ее, если бы придумали, как другие народы придумали себе историю и гордятся. А у нас она реально была. И вот я в своих беседах и привожу кучу артефактов реальных. Вы сегодня, вы видели, много подтверждений реальных всем тем историческим событиям, которые были, но которые современные традиционные историки не хотят видеть. И, к сожалению, значит, вот я начал с этого доклада, и хочу это закончить, что вот эти авторы, которые написали этот доклад и провели этот сравнительный анализ, у них есть и более продвинутый доклад. Там они уже рассматривают и еще составляющие, не только с типологией архитектуры и языка,
а еще и привлекли ДНК-генеалогию, которую Клёсов, русский ученый, продвигает, да? И вот эта научная дисциплина уже не позволяет им отбрыкаться, понимаете, отбояриться. И, по крайней мере, в этом докладе они уже делают вывод такой, что, значит, культура и, значит, архитектура и русского народа, славянского, да, ариев, насчитывает как минимум 4000 лет. Это уже прогресс по сравнению с 1150-летием. Ну, как сегодня я постарался показать в своей беседе, что, к сожалению, эти авторы не все, так сказать, грани рассматривают. Если они многогранно будут подходить, то еще больше приблизится к истине, к истинным знаниям. И вот и я вам желаю, чтобы вы старались все вопросы рассматривать многогранно. Желаю всем успехов. Благодарю. Интересно у нас получилась беседа. Несколько, конечно, так затянуто, но потому что нужно было эти все картинки просмотреть, больше 100 картинок. Да, уши. Это время, но зато складывается общая картина. И теперь в заключение. Вот здесь было сказано, которые народы себе придумывают что-то. Так они же не просто себе придумывают. Себе-то не придумали, ладно, они такие все там пушистые, мягкие, красивые, но просто загляденье. Вот залюбуешься, как картинка Рембрандта. Так красиво все там у них написано. Но так они же не только себе придумали. Они походи еще и нам подкинули. Но подкинули на основе «на тебе, Боже, шо нам не гоже», да? Вот из этой же серии. Да, а мы и... да, мы и рады. Ой, рады как. Ой, у нас история появилась. Чему рады-то? То, что нас опустили ниже плинтуса? Что нас обокрали? К чему мы радуемся-то? Некоторые говорят, да так оно и было, да-да-да, мы такие. То есть до такой степени поверили в свое вот это вот вырожденчество, в свой примитивизм какой-то свой, еще во что-то, в глупость, в какую-то грязь. Вот в это все поверили. Теперь некоторые даже, да, ну так же было, ну фильмы снимают, ну так же было, да, ну что же, мы же должны согласиться, да. А про других снимают фильмы, они такие прям красивые, замечательные. Друзья мои, а что вы дальше-то собираетесь делать? Ну, если у вас такое наследие, что вы с этим наследием собираетесь сделать? Ну, как-то вот мне не верится, что обезьяна, слезшая с дерева, вдруг станет великим ученым. Нет, конечно, ей можно диплом выдать, ее можно в мантию обрядить, но от этого она ученым не станет. От этого она не будет делать великие открытия. Ну, вы хотя бы вот об этом подумайте, что от гнилого как-то вот дикого яблочка ананасы-то это не растут. Ну, нельзя вырастить ананасы из яблоньки, которая дичка. И если вы какую-то там яблочку вырви глаз себе посадили в огород, вот так она и будет вам давать плоды вырви глаз. Вот. Но как-то не очень похоже, исходя из того, что вот мы наблюдаем по всей земле, все вот эти остатки древнейшей культуры наши, образ построения наш, изваяние наши, какие-то ученые открытия все наши. То, что из России повыгоняли, там куча было этих переворотов, войн и всего остального. Ну да, это было, но прошу прощения. Так а это же наши все родственники делали открытия, как в России, так и её за рубежами. Поэтому или уж вы себя опускаете до уровня обезьян, но тогда уж и не плачьте, и не стоните, и не стенайте от того, что вам так, извиняюсь за выражение, хреново живется. Или уж вы одумайтесь и скажите, ой-ой-ой-ой, пожалуй, нет, пожалуй, как-то нас это обманули. Ну хотя бы для начала вот это поймите. А то у нас как-то так все революции устраивать, там еще что-то, перевороты. Да с таким пониманием на уровне обезьян вы все равно будете строить то, что вам подскажут. И вам назначат того, кого надо назначить. И вы все равно будете делать то, что делать надо вам, как обезьянам, как они вас считают за обезьян, и как вы себя приняли обезьянами. Вот сейчас опять скажут, Алексей, нас ругают, там он нас обзывает. Да не обзываю, констатирую факт. Прежде чем что-то делать, необходим план, необходимо осознание и понимание. Дальше необходимо умение, и только тогда получается творение. Если же вы, не умея, не зная, не ведая, не на руках, не видя плана, не имея представления о плане, что-то собираетесь делать, у вас получится, как всегда.
развалюха какая-то, которая вот разваливается, как по Черномырдину. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Поэтому и пытаются вас. Сначала убирают корни, а потом приводят к вам революционеров, которые вас за собой ведут, потом стреляют, потом в братскую войну засовывают, и потом половина вас не досчитаетесь. И сидите и ноете над могилами. «А, моего брата застрелили, а, мою сестру застрелили, повесили, изнасиловали, там еще что-то с ней сделали, моих детей там». Да вы так и будете плакать. Начинайте все время с головы, потому что вот с головы именно все гниет. Вот это самое главное. Если вы осознаете, кто вы, если у вас это понимание появится, вам не нужны будут революции, вам не нужны будут перевороты, и гражданских войн не будет происходить, и мир и благодать будут в мире, потому что хозяева появились на земле. И вот тогда и волхвы придут, о которых здесь спрашивали, и древние знания будут полностью даваться. А так, извините, кому в руки-то давать древние знания? Кому? Тем, которые думают, что сейчас революцию сделаем, и придет батюшка-царь, который всех погладит и всех напоит и накормит? Так таким не нужны волхвы. Таким вот, читайте «Желтую прессу», это вот как раз уровень. Смотрите «Дом-2», вот это как раз тот самый уровень. Зачем вам какие-то знания? Зачем вам волхвы? А, нет, вы хотите, чтобы волхвы стали царями, и вот они все сделали, да? И чтобы управляли вот этим вот всем. Угу. Так это не нужно. Вот осознайте все это. Подумайте, так, посидите, бутылки в сторону уберите, так, с пивом уберите, курево в сторону выбросите, там, вообще в помойку не покупайте больше, протрезвейте и осознайте. Просто осознайте, и все станет на свои места. Леонид Григорьевич, я выражаю низкий поклон за очень приятно проведенное время и за то, что вы так все подробно и интересно рассказали. На многие мысли, так, я надеюсь, сподвигли наших радиослушателей и зрителей. А мне остается только напомнить, что по одному из современных календарей 5 апреля 2017 года среда, а по одному из старинных 35-й день месяца пробуждения природы 7525-го лета понедельник. Мы говорили в живом эфире на Народном славянском радио про культуру зодчества русов. Автор-сказитель у нас был Леонид Григорьевич Ферденко. Низкий поклон за это все. И также я благодарю участников чата как Народнославянского радио, так и чата в Ютубе, потому что очень интересные были реплики, очень интересные были вопросы. И благодаря им у нас получился вот такой развернутый, на мой взгляд, познавательный, интересный эфир. Прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого доброго. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.